Добрый вечер, уважаемые любители волейбола! Добро пожаловать на игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2016-2017 года. Матч третьего тура между командами Кузбасс, город Кемерово, Белогорье, город Белгород. Представляю составы играющих команд. Кузбасс, город Кемерово. Номер первый. Мастер спорта международного класса Павел Панков. Номер второй. Капитан команды. Мастер спорта международного класса Сергей Макаров. Номер третий. Антон Карпухов. Номер шестой. Мастер спорта Максим Шпилев. Номер седьмой. Александр Моисеев. Номер восьмой. Романас Шкулевичус. Номер девятый. Себастьян Шварц. Номер десятый. Иван Роповка. Номер 12. Мастер спорта Михаил Щербаков. Номер 13. Заслуженный мастер спорта Николай Апаликов. Номер 14. Лаури Керминин. Номер 15. Инал Павасиев. Номер 17. Мастер спорта международного класса Виктор Полетаев. Номер 18. Мастер спорта международного класса Сергей Никитин. Главный тренер команды Томас Самилвор. Тренер команды Никола Джолито. Тренер команды Руслан Чигрин. Команда Белогорье, город Белгород. Номер первый. Мастер спорта Дмитрий Теременко. Номер третий. Мастер спорта Антон Фоменко. Номер четвертый. Капитан команды. Заслуженный мастер спорта Тарас Хтей. Номер пятый. Мастер спорта Роман Мартынюк. Номер седьмой. Мастер спорта Артем Смолер. Номер восьмой. Заслуженный мастер спорта Сергей Тетюхин. Номер девятый. Ярослав Подлесных. Номер десятый. Мастер спорта Роман Данилов. Номер одиннадцатый. Роман Порошин. Номер тринадцатый. Заслуженный мастер спорта Дмитрий Мусерский. Номер 15. Мастер спорта Григорий Драгунов. Номер 16. Мастер спорта Сергей Багрей. Номер 17. Мастер спорта Максим Жигалов. Номер 18. Мастер спорта Ян Ерещенко. Старший тренер команды, заслуженный мастер спорта Александр Косарев. Тренер команды, мастер спорта международного класса Александр Богомолов.
Здравствуйте, уважаемые любители волейбола. Продолжается Суперлига волейбольная, третий тур. И сегодня в гости к кемеровскому Кузбассу пожаловал один из самых титулованных клубов российской Суперлиги «Белогорье» из города Белгорода. А сегодня для вас трансляцию проведу я, Олег Марченко, и помогать мне будет тренер молодежной команды «Кузбасс» Дмитрий Моисеев. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер всем болельщикам, фанатам, которые сейчас у экранов, телезрителей. Всем привет. Ждет нас очень сложная игра. Вот сейчас мы видим раздевалку. Да, это гостей. Белогорье. Очень знаменитые фамилии мы сейчас с вами видим. Вот Мусерский. Да, Дмитрий Мусерский, один из самых лучших игроков в мире на сегодняшний день. И, конечно же, знаменосец олимпийской сборной, только что вы видели, Сергей Тетюхин. Майка его висела. А вот мы видим, как подъезжает автобус с нашими волейболистами, но это Белгород. Сейчас мы будем видеть, как ребята проходят. Тарас Кей идет первым из автобуса. И команда заходит в спорткомплекс «Арена». Максим Жигалов. Видим, что прекрасная погода в Кемерове, сухая. Естественно, это не может не радовать публику, собравшуюся посмотреть волейбол. Очень серьезно настроенные волейболисты Белогорья. Дмитрий Мусерский, центральный блокирующий. Широкими шагами заходит в спортивный комплекс «Арена». Флаг России и флаг Кемеровской области. Это уже раздевалка кемеровчан. И также немало... Михаил Щербаков. Отличился он на блоке в прошлом туре. 4 очка заработал. Антон Карпухов. И вновь Михаил Щербаков. Виктор Полетаев. Наша звездочка. Да, лидер в списке бомбардиров на сегодняшний день. Виктор Полетаев. 54 полезных балла в его активе на сегодняшний день. Никто более пока к нему и близко не подобрался. Также мы упустили момент, что у Шварца было на днях буквально день рождения. Хочется его с этим чудесным праздником поздравить, пожелать спортивного долголетия и как больше побед, чтобы он принес Кузбассу. Да, конечно же, поздравляем нашего немецкого легионера с этим прекрасным праздником. Ну вот, и Инал Тавасеев подтягивается к спортивному комплексу, но не сможет. Николай Паликов. Приобретение кемеровского Кузбасса. Самый титулованный игрок кемеровского Кузбасса на сегодняшний день в составе кемеровчан. Это именно Николай Апаликов. Звучит гимн. И послушаем гимн. Российской Федерации в исполнении Татьяны Хайминой. И хотелось бы напомнить, что официальный партнер трансляции компании на телеканале «Мой город» является компания «Автотрейд». Автостекла и автозапчасти на любые автомобили. Более 70 тысяч наименований в наличии. Также партнером трансляции является компания «Кузбасс Белавто». Официальный дилер по реализации техники «БелАЗ», «МАЗ» и «Амкадор». Готовятся команды к сегодняшней встрече. Ну что ж, представлю судейскую бригаду. Первый судья Владимир Олейник, город Москва. Ну вот, судьи появляются на площадке. Второй судья Михаил Непомнящих, город Северск. Инспектор матча Олег Малибога, Всероссийская Федерация Волейбола. Представление судей идет непосредственно на ваших экранах. Судья всероссийской категории город Север. И помощники, которые на линии будут работать, это судейский коллектив из Кемерово, будут помогать
сегодняшним арбитром встречи, если вдруг что-то останется. Какие-то спорные моменты, да, всегда вмешиваются в игру линейные поглавые. Вы видите на экранах состав гостей. Да, сейчас начнут появляться волейболисты на площадке. Готовятся уже вступить в бой. И смотрим за составом гостей. На площадку приглашаются стартовые составы команд. Белогорье, город Белгород. Первыми появятся на площадке гости сегодняшней встречи. И номер первый, Дмитрий Теременко. Номер четвертый, капитан команды Тарас Кей. Номер одиннадцатый, Роман Порошин. Номер тринадцатый, Дмитрий Мусерский. Номер тринадцатый, Дмитрий Мусерский. Номер семнадцатый, Максим Жигалов. Номер семнадцатый, Максим Жигалов. Номер восемнадцатый, Ян Ерещенко. Номер восемнадцатый, Ян Ерещенко. И два либера. Номер пятый, Роман Мартынюк. И номер пятнадцатый, Григорий Драгунов. Старший тренер команды. И сегодня старший тренер будет руководить кромки площадки. Это Александр Косарев. Ну а на площадку выходят уже волейболисты волейбольного клуба «Кузбасс». Номер один, Павел Панков. Номер три, Антон Карпухов. Номер девятый, Себастьян Шварц. Номер девять, Себастьян Шварц. Номер двенадцатый, Михаил Щербаков. Номер двенадцать, Михаил Щербаков. Номер тринадцатый, Николай Апаликов. Номер тринадцатый, Николай Апаликов. Номер семнадцатый, Виктор Политаев. Номер семнадцатый, Виктор Политаев. Либеро команды, номер седьмой, Александр Моисеев. Либеро команды, Александр Моисеев, номер семь. И номер четырнадцать, Лаури Кирменин. Главный тренер команды Томас Самвило, старший тренер Никола Джолита и тренер команды Руслан Чигрин. Вот мы видим на ваших экранах главного тренера волейбольного клуба «Кузбасс». Настроен, как всегда, очень эмоционально он себя проявил в этих двух встречах, которые прошли у нас уже в чемпионате России. Хотелось бы напомнить всем уважаемым любителям волейбола, что встречается сегодня один из лидеров Суперлиги с одним из аутсайдеров. И удивитесь, что лидером является кемеровский «Кузбасс», аутсайдером Белогорье из города Белгорода. Прекрасная, великолепная команда, но неудачный старт. К тому же тяжелый очень календарь для этой команды. В этом сезоне получилось 6 выездных игр подряд в чемпионате России будет у Белогорья. И две первые встречи проиграли. Максим Жигалов тем временем нам на подаче. И первый розыгрыш мяча в сегодняшней игре. Сильнейшая подача. Касается сетки. И удается. Сразу же эйс. Не удается поднять волейболистам кемеровского «Кузбасса» мяч в защите. И Белогорье выходит вперед. Смотрим повтор. Хорошей подачи. Сетка помогла. Помогла, да. Изменила траекторию полета мяча. Еще одна подача Максима Жигалова. Спорный мяч. Спорный мяч. Да, придется повторить эту подачу Максиму Жигалову. Свисток на подачу. Еще в прошлом сезоне выступавший в составе кемеровского «Кузбасса». 17-й номер Белогорья. Отныне защищает цвета родного уже, можно сказать, для себя клуба. И снова эйс. Второй эйс подряд. Нет. Смотрим повтор. В Антона попадает мяч, не получается у Антона обработать его. Второй есть подряд в исполнении Максима Жигалова. Еще одна подача. И вновь третья есть подряд Максима Жигалова. Блестяще действует на подаче 17-й номер Белогорья. Не получается пока что нам принять его подачу. Да, разные волейболисты у кемеровчан пытаются действовать на приеме, но пока проблемы в защите у кемеровчан. И Максим Жигалов продолжает терроризировать своей подачей соперника. Еще одна сильнейшая подача, на сей раз доводка. Виктор Политаев забивает первое очко. Подтверждает лучший бомбардир свои бомбардирские качества. И первый мяч
состав своей команды, он записывает. Смотрим повторы этой великолепной атаки Виктора Полетаева. Не удается достать мяч. Павел Панков будет вводить мяч в игру. Сильная подача у Павла. И не достигает, к сожалению. Но ошибается. Предел. Ошибается. Да, предел Павел. Площадки не попадает. Очень эмоциональный игрок. Помогает он повысить эмоциональный фон команды, завестись. Сам заводится, заводит ребят. Да, связующие в кемеровском Кузбассе такие, да, оба очень эмоциональные игроки. Эх, не получается достать мяч в защите. Продолжается пока феерия Белогорья. Так вот, пока две игры белгородской команды, обе которые они уступили со счетом 2-3. Тяжелейшие матчи. Если в новом Уренгое еще можно было ожидать такой упорной борьбы, очередной эйс у нас. И тайм-аут, соответственно, берет тренерский штаб кемеровского Кузбасса. Нужно внести коррективы. Все правильно, потому что какое-то стартовое волнение нас преследует уже на протяжении 7 розыгрышей. Не получается... Совершенно приемней пока нету у кемеровчан. И, соответственно... Вот и цифра на табло. Да, крупный такой отрыв. 5 мячей уже гостей. Которые пока, напомню, еще ни одной победы в этом чемпионате не имеют. Правда, третий тур всего, самое начало. Но если я, как сказал, в новом Уренгое ожидалась борьба, в которой в тяжелой борьбе вступили белгородцы, то в Новокуйбышевске, конечно же, все болельщики волейбола ждали победы от Белогорья. Но удивила команда Нова, выиграв на тайбрейке. 15-10, тем самым 3-2. В партии Ян Ерещенко. Продолжим подавать. Также есть эйс в его активе уже. Еще один спорный мяч. А, два мяча, да, было два сейчас мяча на площадке. Еще одна подача от Яна Ерещенко. И вновь эйс. Не могут пока разобраться в обороне кемеровчане. И... пока что смотрят друг на друга, вместо того, чтобы просто выйти и принять. Из 7 мячей 5 эйсами уже получается. Забрали свой актив белгородцы. Но очень неудачное начало для хозяев площадки. Виктор Полетаев из четвертой зоны. Не удается пробить. Еще одна атака Виктора. На сей раз достигает успеха. Да, скидкой в этот раз сыграл он. Не стал атаковать. Обманул сейчас соперника. Быстро вставал, вскочил. Вставал. Очень тяжело было Виктору Полетаеву в этом эпизоде. Но молодец, справился 17 номер кемеровчан. Себастьян Шварц на подаче. Скидка. Лаури Кирмин на месте. Антон Карпухов. И отлично. Да, вот такие вот нам Антон сейчас эмоции Карпухов очень нужны. Да, нужно сейчас эмоции добавить. Пытается это сделать и Шварц, и Карпухов. Смотрим еще раз повторы этой завершающей стадии атаки Антона Карпухова. На задней линии не смог. Набрать, нам нужно сейчас обороты. Как можно быстрее. Да, успеть еще до первого технического тайм-аута. Хотя бы очка 3 набрать. Первая атака Дмитрия Мусерского не увенчалась успехом. Виктор Полетаев с глубины. По рукам блокирующих. И не смог Дмитрий Мусерский закрыть Виктора Полетаева. Набирает обороты 17 номер кемеровчан. И уже 4-7. Уже гораздо интереснее и приятным болельщикам на трибунах спорткомплекса «Арены» наблюдать за происходящим на площадке. Да и самим волейболистам уже посвободнее и полегче, когда уже такой счет. Нужно еще его сокращать. Еще одна подача. Эйс в исполнении Себастьяна Шварца. Точно под боковую линию. Притирку прям вот с границы лицевой. Прекрасно отмечает он свой день рождения. 7-5, который был 7-5. Накануне. А это уже тайм-аут вынужден взять. Александр штаб. Косарев, да, со своими помощниками по тренерскому штабу. Да, именно Александр Косарев сейчас пытается донести свои мысли до своих подопечных. До Максима Жигалова конкретно, а это болельщики кемеровской арены. Все, сейчас уже более... Кузбасса. Да, более спокойно сейчас уже обстановка. Вот сейчас уже, да. С 1-7 до 5-7 дошли. Двухочковое преимущество у Белогорья, конечно, сохранилось. Но это ничего после 7-1. Да, можно еще до первого технического тайм-аута постараться кемеровчанам еще 3 мяча набрать. Конечно, дожать-то нужно.
И Себастьян Шварц остается нападателем кемеровского Кузбасса. Хорошая доводка. Еще одна атака от Дмитрия Мусерского. На этот раз Мусерский не прощает и отправляет свою команду на первый технический тайм-аут. Преимуществом в три мяча. Поверблока проходит атака Дмитрия. Еще бы иметь такой рост, плюс прыжок, плюс вытянутая рука. Все в совокупности дает нереальную высоту, которую сложно закрыть в атаке. Интересный старт этой игры. Видели несколько эйсов уже. Вот, но Кузбассу надо обязательно встряхиваться сразу же в середине первой партии и доказывать, и вырывать преимущество. Дмитрий, я не знаю, согласитесь со мной или нет, но однозначно, по моему личному мнению, это матч тура Кузбасс-Кемерово-Белогорье-Белгород. Да, немало других еще интересных матчей. Сейчас, кстати, проходит игра в Красноярске, где Енисей пока уступает новосибирскому Локомотиву. Ну, там еще дело до первого технического тайм-аута даже не дошло. Но все-таки, как ваше мнение? Прав я, нет? Ну да, соглашусь. Вот сейчас я смотрю как раз на матчи. Тут Енисей, Локомотив, Факел, Динамо, Ленобласть, Урал играет с Самотлором, Нова, Динамо, Москва, Динамо, Краснодар с Сургутом, Зенит с Нефтяником. Вот можно отметить, что да, такое противостояние. Да, матч тура, да, и вот ошибается сейчас на подаче Дмитрий Мусерский. А это на руку, как нам, так и нашим болельщикам. Да, заводят, конечно же, болельщики своих любимцев на подвиги в игре. Сильнейшая подача Николая Паликова. Переходящий мяч. И удачно здесь. Роман Порошин действует. Очень грамотно сейчас скинул вдоль сетки в четвертую зону. Этот высоко выпрыгнул, да. И остался не у дел. Антон Карпухов мог играть переходящий мяч, но... Летел. Сам же Роман отправился подавать. Хорош. Себастьян Шварц не добивает пайп. Вновь атака кемеровчан. Виктор Полетаев. Еще одна атака в актив. 7-9 становится счет. Сокращает разрыв в счете кемеровчане. Видно на повторе. Расстрелял просто в линии Мартынюка. Талибера. Белогорц. И сам же Виктор отправился на подачу. Сильнейшая подача. Эйс. Вот такие второй вот ответы эйс должны быть от нашего леворукого диагонального. Максиму Жигалову вы имеете в виду, да? Да, да. Да, хороший, великолепный хороший выстрел. По запросу команды Белогорье. Да, будет видеоповтор. Для видеопросмотра игрового момента. Видимо, белгородцы... Да. Да, на наличие мяча, на наличие, да, попадания мяча в площадку. Ну, мы четко уже видели, можно еще раз посмотреть повтор. Мяч четко попал в площадку. Мяч в площадке, регистрирует второй судья. А мы смотрим с вами повтор, ну... С запасом, там даже... Полметра, больше даже может быть. Бесспорно. Для чего Александр Косарев может быть, попытался... сбить подачку? Может посмотрим быть, да. Да, повлияло и... это. Конечно, видимо, для этого и брал он этот видеопросмотр, и он оказался удачен. Сохраняется до сих пор двухочковое преимущество. Нужно сейчас быстро сняться. Тараскей на подаче. Отличная доводка Михаила Щербаков. Скидка. Тащат в защите белогорцы. Долгий розыгрыш. Тараскей пайк. Максим Жигалов ставит точку в этом розыгрыше. Долгий розыгрыш. Удачно очень кемеровчане работали на блоке, но все же пробились, достучались до пола белгородцы. Буквально с места атаковал Максим. Не получилось у нас поставить групповой блок. Переходящий мяч. Одна атака Максима Жигалова. И будет Виктор Полетаев отыгрывается от блока. Еще одна атака Кузбасса. Антон Карпухов. И точно в площадку, мяч под заднюю линию. Да, попадает. Отличный розыгрыш. Хорошая подстраховка до игров. Смотрим повтор. Высоченная атака. Четко под лицевую. Мяч в площадку. Мартынюк показывал, как будто мяч вышел за пределы. Давление на судью небольшое.
Антон Карпухов. Хорошая подача. Сбит прием. Да. И не попадает в площадку, и мяч отдается кемеровскому Кузбассу. Минус один. Сокращает. Напомню, 1-7 такого камбэка пока удается совершить кемеровчанам. И всего лишь минус один. Минимальное преимущество сейчас у Белогоры. Антон Карпухов. Болеет. Сильнейшая подача. Ян Ерещенко. Да, удалось пройти ему двойной блок. По линии. Мы видим на повторе. И повтор. А, четко по линии сыграл. Здесь Максим Жигалов. Ой, Виктор Политай, прошу прощения, конечно же. На подаче украинский легионер Дмитрий Теременко. Хороший прием. Себастьян Шварц, не получается пробиться через высоченные руки Дмитрия Мусерского. Была хорошая возможность у кемеровчан сравнять счет партии. Вот мы видим, да. Пытаемся, конечно, достать мяч в защите, но не получается. Даже не Дмитрий Мусерский там играл на блоке, а Дмитрий Теременко остается на подаче у Белогорья. Хорошая подача. Себастьян Шварц. Скидка. Будет атака у Белогорья. Тарас Хитей с задней линии. И ошибается. Не попадает. Да, не попадает. Ни по рукам блокирующих, ни в площадку. Капитан белогорцев. Белгородцев, прошу прощения. И смотрим повтор. Мяч далеко за пределами площадки. И высоко от рук блокирующих. Михаил Щербаков. Центральный блокирующий кемеровчан. Планирующая подача. Хорошая атака. Мяч в ауте. Показывает Тарас Хей. Соглашается главный арбитр. А мы смотрим повтор внимательно. С этой камеры будет, пожалуй, лучше видно, но... Да, видеопросмотр. Посмотрим сейчас, что тут было. Посмотрим повтор. По рукам блокирующих нет, да, может быть, и было касание линии. По итогам судейской конференции принято. Мяч площадки. Мяч в поле. Запрос команды Кузбасс не удовлетворен, и она сохранила право на один видеопросмотр этой партии. 11-14 вновь получает преимущество Максим Жигалов на подаче. Помним, как первое пришествие его на подачу доставила проблем кемеровчанам. Нужно быстро сниматься. Виктор Политаев. Это ошибается. Не попадает в площадку. Не попадает в площадку. Стараться сразу же сняться с подачи конкретно вот... Да, Максима Жигалова. Максима Жигалова, чтобы больше не было таких долгих серий на подаче у Максима. Потому что как никто знает, кемеровские зрители, фанаты, как может Максим расподаваться. Вот. И вновь эйс, четвертый эйс Максима Жигалова, то это только первая партия. А уже 4 эйса. Да, и второй технический тайм-аут. Заработал для своей команды 17 номер Белогорья. И вновь на подаче Максима делают запас себя, отрыв просто большой. Да, гости сегодняшней встречи. Не получается пока что найти прием вот именно вот подачи Максима Жигалова. Ну, доставляет нам кучу неудобства. Да, не всегда удачно кемеровчане играли против Белогорья. Всего лишь 3 победы в их активе против белгородской команды. И вот в прошлом сезоне как раз была добыта такая великолепная победа вот на тайбрейке. Как раз благодаря Максиму Жигалову, набравшему 4 балла в решающей 5-й партии. Блестяще сыграл тогда 17-й номер кемеровского Кузбасса, а ныне 17-й номер Белогорья. Вот одна из побед кемеровчан как раз при Максиме Жигалову, который сейчас терроризирует оборону кемеровчан сегодняшней партии. И замена станет. Максим Шпилев выходит на площадку вместо Антона Карпухова. Замена доигровщика. Посмотрим, что продемонстрирует нам. Нужен прием обязательно кемеровчанам. Жигалов на подаче.
Есть доводка. Виктор Полетаев. Сильная атака, но защитные действия отличные на сайте Мартуника. И блок. Блок Кемеровчан великолепно действует. Отлично, и взрывается прямо арена. Вот мы даже слышим в комментаторской эти крики. Смотрим повтор. Великолепно. Николай Апаликов просто закрыл небо своими руками. Павел Панков на подаче. Сильнейшая подача. Это эйс. Эйс в исполнении Павла Панкова. Вот, вот. Тоже демонстрирует Павел. Да, эмоции нужны сейчас вновь. Кемеровчана. Нужно вновь догонять. 13-16. Требует эйса. Эйса требуют болельщики. Еще одна подача хороший хорошая. Хороший прием. И Моссерский. Подтащили все-таки этот мяч. Еще одна атака Белогорья. Казалось, небрежно так скидывал Дмитрий. И сейчас добивает до пола. От пола. И вновь отрыв плюс 4. У гостей. Под заднюю линию. Все атаки под заднюю линию. Сложно достать такие мячи в защите. Хотя, Дмитрий, согласитесь, нет, видно было, что вновь атака будет. Да. Дмитрия Мусерского можно было пытаться перекрыть, но... Не получилось. Это Шварц. Да. Набрал очко из второй зоны. Пробил он блокирующих. Смотрим повтор. Мусерский их кей. Давайте титулованных. Между рук у Тараса проходит мяч. Крупным планом Дмитрий Мусерский. Себастьян Шварц. На подаче ошибается. Да, попадает мяч в сетку. Нужно более концентрированно и собраннее действовать на подаче. Волейболистам Кемеровского Кузбасса тяжело достаются пока очки хозяевам площадки. Да, напряженные лица вот мы видим болельщиков. Мусерский смягчает рост подачу. Я считаю, это плюс для Кузбасса. Еще одна атака Кузбасса. И по рукам блокирующих, да, попадает. Очень зря сейчас действовал Максим Шпилев. Да. Правильно, не стал ломиться через большие руки, а отыгрался. Все верно сделал. И Николай Апаликов отправляется на подачу Кемеровского Кузбасса. Вновь требует эйс болельщики. Очень нужен он сейчас. Пайп в исполнении Яна Ерещенко. Да, блестяще сейчас разыграли этот мяч волейболисты Белогорья. На пустой сетке оставили своего партнера и просто вколотил. Смотрим повтор. И вот она, пустая сетка. Спокойно вколачивает мяч. Комфортные условия. Аж сетка в помощь Кузбассу. Виктор Полетаев. Полетаев от рук блокирующих. И Тарас ей не успевает закрыть. Ходовое направление у Виктора. Мяч улетает далеко на трибуны. Сам же Виктор отправляется на подачу. Нужно догонять. Один из самых одаренных молодых волейболистов России. На подачу Кемеровского Кузбасса. Прекрасно! Подача эйс. То, что и требовалось сейчас нашему клубу. Услышал. Виктор Полетаев. Просьбу болельщиков. И сразу же перерыв берут. Александр Косарев понимает, он первый раз, когда Виктор Полетаев в начале партии начал также свою подачу, взял вовремя тайм-аут и сейчас повторяет. Посмотрим, принесет ли ему удачу второй повторный тайм-аут. Ну, после первого не получилось у Виктора подача, посмотрим сейчас как. Вот конкретно сейчас Томас Самвилло каждому отдает нужные указания. Подбадривает своих оппонентов. Подопечных. И готовы уже кемеровчане продолжить эту борьбу на площадке. Воплощая в жизнь мысли главного тренера своей команды. Виктор Полетаев. Главная ударная сила Кемеровского Кузбасса. В атаке. Справились белогорцы с приемом. Максим Жигалов накат. Это атака кемеровчан. Виктор Полетаев. Там в атаке и не попадает в площадку. Просят. Волейболисты видели конкретно, что мяч в площадке и просят. Да, видеоповтор. Посмотрим мы с вами, уважаемые любители волейбола. Ну, да, пожалуй, мяч спорный ушел. Момент. Да, ушел за пределы площадки. Ну,
Но отправляется второй судья. Может, все-таки было небольшое касание линии. Вот на это сейчас только стоит рассчитывать. Смотря что запрашивали, если касание блока, то да, ну будут смотреть касание блока. А если попал на мяч в площадку, могли ведь и это попросить. Пан-сектор Кемеровского Кузбасса, один из лучших в России. Даже Александр Маркин в своем интервью после первой домашней игры Кемеровского Кузбасса с московским «Динамо» отметил, что лучшей арены в России, где так болеют за свою команду, больше нет. Сравнивал он эту арену и с итальянской, и с польской. Да-да. Аут, аут все-таки запрашивали. Неудовлетворенный. Да, мы видели и сами на повторе, что мяч немного, но ушел за пределы площадки. И Тарас Кей на подаче. Капитан Белгородцев. Хороший прием. Будет атака. А вот таким вот хитрым движением. Панков. Да, Павел Панков передавил на сторону соперника мяч. Хитрил. Его оппонента. Яна Ерещенко. И Максим Шпилев на подачу Кемеровского Кузбасса. Хороший планер. Максим Жигало. Нужно поднимать, да, поднимает мяч в защите кемеровчане. Виктор Полетаев. Тройной блок стучался сейчас Виктор Полетаев. Далеко было. Нет, просто не достучался. Смотрим. На повторе повтор. Тройной блок высоченный, да, выпрыгнул. Тяжело, конечно. Да, записывает на свой актив Дмитрий Теременко. Да, легионер из Украины. И сам же отправляется на подачу Дмитрий Теременко. Хотел бы силовую подавать, но перешел на планер. Отлично. Полетаев по линии играет. Есть возможность кемеровчан зацепиться за первую партию. Поборемся, конечно же. Да, мы видим лица очень напряжены у болельщиков. Кемеровской арене Михаил Щербаков. Прекрасное развернутое интервью было недавно на телеканале «Мой город». Наедине со всеми. Наш корреспондент Татьяна Савельева брала мы интервью. Мяч площадки. Поверблока проходит атака Максима Жигалова. Если вдруг кто не видел это интервью, может спокойно посмотреть его в архиве на сайте телеканала «Мой город». И вот все. И на подаче Максима Жигалова берем второй перерыв. Ну, я говорю сейчас за главного тренера волейбольного клуба «Кузбасс». Чтобы сбить этот настрой Максима Жигалова, который пока демонстрирует великолепную игру сегодняшней встречи. Готовится сейчас и к силовой подаче, а также может он после перерыва и накатить, укоротить, то есть тем самым подачу нужную. Александр Богомолов, Сергей Тетюхин. Волна проходит на спортивном комплексе «Арена». Видите, что даже яблоку некуда упасть. Зрители даже стоят и болеют. Болеют за свою любимую команду. Соскучилась. Да, за это большое межсезонье публика кемеровская по волейболу. А мы смотрим за подачей Максима. Личная доводка. И удалось быстро сняться с подачи Максима Жигалова. Сокращаем. Разрыв в счете. Минус 2. Ну, хозяев. Мы смотрим повтор. Павел Панков на подаче. Видели мы уже в его исполнении эйсы. Еще. Отличная подача. Дмитрий Мусерский. Закрываем Дмитрия. Вот это классно. Вот Дмитрия Мусерского, да. Смотрите, лица болельщиков. И вот они эмоции. Вот это именно эмоции нам сейчас и нужны в концовке первой партии. Смотрим этот повтор. Великолепный блок в исполнении Николая Апаликова и Виктора. Блок против Дмитрия Мусерского. Эл Панков. Еще одна сильнейшая подача. Ян Ерещенко не добивает. Будет атака у кемеровчан. Нужно сравнивать. Полетает. Сравнивает. Все. 22-22 в концовке партии. Напомню, 1-7 проигрывали кемеровчане в дебюте этой партии. И вот она концовка первой партии между Кузбассом и Белогорье. Выходит Ярослав Подлесных вместо Тараса Хтея. На капитана. И продолжается подача Павла Панкова. Нужна еще вновь такая же прекрасная силовая подача.
в исполнении связующего Кемеровчан. А болельщики по-прежнему требуют эйса. Еще одна сильнейшая подача. Переходящий мяч и... Что скажет судья? Я в замешательстве. Отдает очко Кузбассу. Отлично. Впервые в сегодняшней... игре, да, Кузбасс выходит вперед. Да, партии первой. Да, пасовал сейчас на стороне уже Кузбасса. Да, Роман Порошин уже ошибся здесь. Продолжит подавать Павел Панков. Вот это камбэк совершает кемеровчане. Еще сильнее. Великолепно действует кемеровчане в концовке первой партии. Любо-дорого смотреть на Павла Бурю Панкова. Эмоций дарит нам Павел Панков своей подачей. А также мы выходим вперед уже. Двухочковое преимущество. 24-22 со счета 20-22. Нашелся ответ Максиму Жигалову в лице Павла Панкова. И обратная замена в стане гостей. Раскей возвращается на площадку. На планер перешел и неудачный прием. Он будет Ян Верещенко забил все-таки, забил, где-то прошел там мяч между рук наших блокирующих. Ну, сетбол. Сам же Ян вышел на подачу. Готовится тщательно к этой подаче 18 номер Белгородцев. Силовая. Есть доводка. Виктор Полетаев ошибается, блок, да. Ошибается. Не забивает, сравнивается счет 24-24. Не удается первого сетбола завершить партию. Не придется на больше-меньше. Поиграть команда Ерещенко. Ну, силовая. Себастьян Шварц не получается забить. Будет атака. Максим Жигалов. Отлично. Защита. Атака Виктор Полетаев. Рукам блокирует, но поднимает в защите мяч. Белгородцы. Дмитрий Мусевский, скидка. Лаура Герминин в большом просто прыжке сейчас тащит эту скидку, но она улетает в аут. Да, удается белгородцам заработать свой сетбол в первой партии. Это все на подачах доигровщика Белогорья Яна Ерещенко. Великолепную игру. Пока мы смотрим, первая партия, что же будет дальше? Сильнейшая подача. Виктор Полетаев с четвертой зоны не забивает. Будет атака у белгородцев. Максим Жигалов. Рукам блокирующих, но поднимает мяч вновь в защите белгородцы. Тарас Хтей. И не попадает в площадку. А вновь ровный счет 25-25. Молодцы, кемеровчане действуют предельно. Сконцентрировано последние минуты первой партии, да. Да, это аут. Либера кемеровчан. Видеопросмотр взяли. Да, есть у них еще видеопросмотр. Но мы видели, аут был. Да, на нашем повторе все прекрасно видно, с запасом, аут там, да, аут. Да, все, аут, 25-25, борьба продолжается. Запроса больше нет на видеопросмотр. Себастьян Шварц в подаче. Хороший планер. Ну, Дмитрий Мусерский, да. Без спорных моментов сейчас забивает. Очень быстро сейчас связующий нашел руки своего центрального блокирующего. И Дмитрий просто легко так смахнул мяч на половину поля кемеровчан. И сам же отправился на подачу. Хороший прием. Будет атака у кемеровчан. Полетаев. Но поднимает мяч в защите. Нет. Но все же улетает на далеко. На трибуны. Дмитрий, какая борьба. Вы посмотрите, это только первая партия. Да, однозначно это матч тура. Так как параллельно проходит игра в Красноярске, там уже преимущество одной из команд определенно. Но мы смотрим интереснейшую игру Кузбасс-Белогорье. Максим Жигалов вновь не попадает, не попадает ни по рукам блокирующих, ни в площадку. Вновь фан-сектор кемеровчан ликует, а мы смотрим повтор. Максима Жигалова. Переводил по линии и ошибся. Аут. Николая Палика. Сильнейшая хорошая подача. Силовая подача. Еще один Максим Жигалова. Жигалова закрываю.
Но нет. Мяч уходит за пределы площадки. Вновь равный счет. 27-27. С этой камеры, конечно, не будет видно. А уже так обрадовались, но ничего. Мяч в ауте. В аут, да, в аут. Будет мяч. Вновь сетбол. Давать. Нет уже тайм-аута Александра Косарева. Эй, скандирующий, вся эта арена. Силовая подача. Тарас Кей не забивает. Смягчает. Нужна результативная атака, и она есть! 29-27! Вот блестящая партия в исполнении кемеровчан. Еще раз напомню, 1-7 уступали кемеровчане в дебюте этой партии. И 29-27 в итоге победа у кемеровского Кузбасса. Первой и самой главной партии этой встречи. Продолжаем болеть и смотреть дальше. Очень зрелищный волейбол мы сейчас наблюдаем. Обе команды просто превосходно действуют как в атаке, так и в защите, на блоке. Ну а что творят с подачи, мы все прекрасно видим. То одна, то другая выходит постоянно вперед, но Кузбасс был все-таки в роли догоняющих. Но ничего, сет-то остался в итоге за Кузбассом. Да, в конце удалось все-таки, благодаря великолепной подаче Павла Панкова, сначала сравнять счет партии, затем и даже выйти вперед и уйти первыми на первый сетбол. Но белгородцы вновь собираются. Нервная очень концовка, и все же она остается за волейболистами кемеровского Кузбасса. Блестящая партия, блестящая победа в первой партии кемеровского Кузбасса. Ведь это единственный соперник в этом сезоне. Кстати, это третья официальная игра между кемеровским Кузбассом и белгородским Белогорьем. В двух предыдущих в розыгрышах первого этапа Кубка России сильнее были именно белогорцы. Да, да, белогорцы. 3-1 в Грозном и 3-0 на своей площадке в Белгороде. Именно так сыграли эти команды. И вот третья официальная игра уже в рамках чемпионата России, Суперлиги. И пока кемеровский Кузбасс побеждает. 1-0. Сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться, расслабляться, потому что много команд во второй партии выигрывали, когда первую, и потом расслабляясь, и 3-1 в обратку. Дмитрий, вообще такое возможно, да, вот таких эмоций получить, такой заряд эмоций, проигрывая 1-7, вырвать партию 29-27 и дальше расслабиться? У Кузбасса, я думаю, этого не получится. Я тоже так думаю, после такой великолепной партии, такой камбэк совершить, ну, я не знаю, это на такое способна только сборная России в матчах против сборной Бразилии на Олимпиаде в Лондоне. Да, в 2012 году что творили, да, кстати, сегодня сборная. Да, кстати, вот как вот вы отнеслись бы к результату вот в Рио этого года на Олимпиаде? Ну, хватало ли нам Мусерского или... Мне кажется, все-таки немножко не хватало нам Дмитрия Мусерского. В каких-то матчах очень требовалась вот именно его высота. Да, вот вспомним ту же игру в Лондоне, да, когда именно благодаря Дмитрию Мусерскому, когда Владимир Олег на его сумел найти ему другую позицию. Диагонально когда. Да, из центральных блокирующих перевел диагонально. И благодаря ведь этому переводу Дмитрий Мусерский заиграл совершенно по-другому, неожиданно для бразильцев. Завершили там камбэк. Да, не знал, что творит Рикардо, что делать ему подопечным. Там волосы просто с головы выдирал последние уже. Ну, очень зрелищный матч. Пересматривать можно его раз за разом и удивляться. Но в этом, на этой Олимпиаде в Рио, конечно же, не хватило. Вот наше мнение сборной. Но у нас продолжается встреча, и уже готовы команды ко второй партии, который кемеровский Кузбасс на своей площадке принимает белгородское Белогорье. 1-0 впереди кемеровчане. После сумасшедшего камбэка в начале партии проигрывали 1-7 игроки Кузбасса, но выиграли 29-27. Михаил Щербаков будет подавать. Сторожил команды Кузбасса с самого основания. 12-й номер кемеровчан. Планирующая подача. Максим Жигалов. Первый розыгрыш именно ему. И добивает до пола.
16 номер Белгородцев. И сам же отправляется на подачу. Как мы уже помним, нужно быстрее сниматься с подачи великолепного диагонального. Не изменился состав у Белогоры. Белогорье, да. Может, еще один эйс. И снова с эйсов начинается. Себастьян Шварц здесь не ожидал подачи в себя. 2-0. Нужно быстрее сниматься, конечно, с подачи Максима Жигалова и Мировчана. Простая скидка. У Белогорья атака. Дмитрий Мусерский. Попадает. Попадает. Неудобная была сейчас передача. Видно было, что Роман занизил. Да, смотрим повтор. Точно. Самый уголок. Да. Продолжит подавать Максим Жигалов. Негодуют трибуны. И вновь хороший. Виктор Полетаев. И Виктор Полетаев, да, блестящий. Вот, противостояние двух 17-х номеров сегодня мы наблюдаем, да, Дмитрий? Да, хотелось бы, конечно, сказать то, что противостояние это уже для этих игроков не впервой. На играх, первых европейских играх, да, в Баку. Также было это противостояние, но там победил все-таки Виктор Полетаев и застолбил место в сборной. Ян Ерещенко. Блок работает у кемеровского Кузбасса. Николай Паликов. Самый титулованный новичок в этом сезоне в составе кемеровчан. Великолепно действует на блоке. Также может добавить он эмоции партнерам. А мы смотрим за подачей Паликова. Сильнейшая подача. Переходящий мяч. Атаку кемеровчан. Виктор Полетаев. Рукам блокирующих и все сравнивается. Да. Прекрасная атака, хорошая высота. Переводил в игровой зоне Виктор. Смотрим повтор. С оттянутого мяча так атаковал Виктор Полетаев. Продолжит подавать Павел Панков. Благодаря Павлу Панкову первой партии удалось кемеровчанам догнать соперника. Смотрим. Встречу дальше. Максим Жигалов сейчас забивает. Даже с неудобной ему передачи. С места прыгал на этот мяч. Ну, где-то нашел там лазейку. Да, не успели просто руки перенести на половину соперника. Виктор не получается. У Виктора. Виктор Полетаев. Да, продолжается это противостояние двух 17-х номеров. Ян Ерещенко. Да, на подаче. Хорошая доводка. Первый темп. Мяч. Да, забивает Николай Паликов. Мяч площадки. Что показывает Александр Косарев, то будет... Просмотр взял. Да, просмотр. Главный. Да, Александр тренер. Косарев. Не видно нам отсюда, как судьи просматривают. Пока что равный счет на табло. А мы смотрим повтор. Свой повтор. Мяч площадки. Видно касание линии. Александр Косарев хоть и находился рядом, но не успел вовремя разглядеть. Себастьян Шварц на подаче. Немецкий легионер, отпраздновавший вчера свой день рождения. Максим Жигалов. Удалось остановить его в атаке. Мягчить удалось, но мяч поднять все же в итоге не получилось. Дмитрий Мусерский отправляется подавать. Одиночный блок был. Конечно, получается зацепить, но подтащить не получается. Одна из сильнейших подач в России Дмитрия Мусерского. Есть доводка. И пробивается через этот блок Николай Паликов. Да, взлет за головой сыграли сейчас комбинацию. Томас сейчас эмоционально так подбадривает своих подопечных. А мы смотрим повтор этой атаки центрального блокирующего. Николай Паликов сам же отправился подавать. Не попадает в пределы площадки. Пытается завести своих партнеров Ян Ерещенко. Роман
Порошин будет вводить мяч в игру. Ошибается. Аут. Да, пытался обмануть сейчас волейболистов Кемеровского Кузбасса. Такой мягкий планер. Отправлял. Смотрим повтор. Первую зону. Но да, не хватило точности. Очень далекий аут. И Виктор Полетаев. Личная подача. Сбитый прием. Будет атаку кемеровчан. Виктор Полетаев. И точно в Мартынюка. И далеко на трибуны. Косарев крупным планом. Старший тренер команды Белогорья. Смотрим повтор. Казалось бы, уже не удастся, так как не связующий отдавал Алибера кемеровчан эту передачу. Много оставили в линии пространства. Он туда и послал свою атаку. Там же отправился подавать. Впервые, кстати, кемеровчане вышли вперед во второй партии. Он тут же счет вновь стал равным. Стал равным, да. Не попал в пределы площадки Виктор Полетаев и Тарас Кей. Капитан команды. Хорошая доводка. Да, и обманул здесь блестящий Павел Подков, да, своего оппонента. И на первый технический тайм-аут кемеровчане уходят победителями. 8-7. Минимальное преимущество. Но все же, все же опять проигрывали. И крупно проигрывали во второй партии. Догнать сумели. Не получается все-таки справиться с подачей Максима Жигалова. Хоть уже и не впервые подачу принимать. И на тренировках знают уже ребята. Но все-таки доставляет уйма проблем. Да, это мощная и непредсказуемая подача Максима Жигалова. Но есть ответы у Кузбасса. Павел Панков, Виктор Полетаев, который уже эйс подавали. Шварц может планером просто разгромить. Да, действительно, есть чем ответить хозяевам площадки. Напомню, что параллельно идет встреча в Красноярске. Там сибирское дерби, который красноярский Енисей принимает на своей площадке новосибирский Локомотив. В первой партии новосибирцы легко и спокойно разгромили красноярцев со счетом 25-15. А вот во второй уже упорная борьба. Да даже уже с преимуществом красноярцев проходит вторая партия. 14-10 впереди Енисей. У нас продолжается вторая партия, и на подаче Максим Шпилев. Силовая подача. Хорошая. Нужен блок. Ян Ерещенко добивает до пола. Удалось блоку немного смягчить, но поднять защите Максиму Шпилеву не удалось этот мяч. В прошлом сезоне Ян играл за «Газпром» Югра, Сургут. В этом году уже выступает под флагом Белогорья. Дмитрий Теременко на подаче. Ошибается. Мяч попадает в сетку. На радость болельщикам арены. Мяч попадает точно в сетку. Вновь фан-сектор кемеровчан. Кейл Щербаков. Хорошая доводка у Белогорья. Максим Жигалов. Да, спокойно атаковал, хоть и двойной блок ему противостоял, но легко пробился через него. Сам же отправился подавать. 9-9. Сейчас все прекрасно понимают, нужно быстрее сняться на подаче Максима Жигалова, дабы не усложнять себе жизнь. Сильнейшая подача, но справляемся. Пилев. Себастьян Шварц. В приеме не будет атаки. Да, простая перекидка. Да. А у Кузбасса уже она будет. Еще раз Шварц забивает. Блестяще действует в обороне сначала Максим Шпилев, а в атаке Себастьян Шварц. Смотрим повтор, уже завершающая стадия этого розыгрыша. И Шварц между Мартынюком и Кем пробивает до пола. Павел Панков. Эйс. Кандируют трибуны. Да, традиционные. Сильнейшая подача. Хороший. Пай в исполнении Тараса Хтея. Вот смотрите, как действуют в атаке белгородцы. Не получается достать мяч в защите. Сравнивается счет. Ян Ерещенко. Сильнейшая подача. Да, вот чего нужно бояться в исполнении Мусерского. Ну, сейчас и продемонстрировал. Атака Белогорья, Тарас Хтей. Отлично, будет атака Виктора Полетаева. Рукам блокирующих, блестящий Полетаев. Тройной блок был на его атаке, но справился с ним.
17 номер Кемеровчан. Мог еще поднимать, даже головой мог здесь играть. Выбитый да. прием был и передача высокая почему, под потолок. И... Не понимаю, почему сейчас отклонился игрок Белогорья, мог спокойно головой поднять этот мяч, он решил отклониться. Не был готов. Николай Паликов на подаче, был готов к ней. И блок, Лайф. Блок! Работает у Кузбасса. Максим Шпилев. Да, Максим Шпилев. Паре. Михаилом Щербаковым. Смотрим повтор. Перенес туда руки и перекрыл ходовое да, направление. Одиночным блоком закрыл атаку Яна Ерещенко. А Паликов перешел на планер. Тарас Хтей. Между рук. Да. Пробил тройной блок. Капитан Белогорья. Роман Порошин. Прошлую подачу свою отправил в аут. Посмотрим, что будет сейчас. Будет ли он рисковать. Хороший прием. Будет хорошая атака. Полетаев. И точно под задней закрывает линии. На блоке да. Виктора. По-моему, первый блок против Виктора Полетаева в сегодняшней встрече. До этого удавалось ему. Тарас Хей. Записал свой актив этот блок. Роман Порошин. Порошин, да, ошибается. Помогает Кемеровчанам. Нестабильно подача у Романа. 14-14. Постараться уже ко второму техническому перерыву, ко второй партии выйти фаворитами в этой встрече. И ждем удачной подачи от Виктора Полетаева. Хорошая. Есть. Тарас Хтей. Не получается. Пытался по рукам блокирующим сыграть. Виктор Полетаев блокирует. Расстреливает. Блестящий сам на подаче и сам в атаке Виктор Полетаев. Но как блокирующий Кузбасс-то, Дмитрий, да, сумели среагировать на молодцы. Обман Тараса Хтея. Молодцы, правильно, что не стали показывать руки. Там бы был блок-аут далеко в да, зал. Да, так и было бы. Виктор Полетаев на подаче остается у Кемеровчан. Ошибается. 15-15. Везет. Сейчас белгородцам. Тарас Хтей будет вводить мяч в игру. Хорошая доводка. Пайп. Себастьян Шварц. И Шварц отправляет команды на второй технический тайм-аут. Вновь лишь в один мяч преимущество кемеровчан. Отправляются команды на второй технический тайм-аут. Тоже комфортные были условия сейчас у Себастьяна. Да, Себастьян хорошо сейчас сыграл этот пайп. И Томас. Уже что-то по тактике рассказывает Томас о построении защитных зон. Александр Косарев без планшета работает. И так на словах может показать и на пальцах объяснить. Своим подопечным. С юным воспитанником сейчас Роман Порошин. В прошлом сезоне выступал за технолог Белгород. Это высшая лига Б. А в этом сезоне уже в старте пасует. Да, вырос. Явно Роман уже перерос высшую лигу. И уже, конечно же, готов играть в суперлиге, что мы наблюдаем сегодня в игре против Кемеровского Кузбасса. И равную игру ведут оба молодых связующих. Одногодки. Но пока я бы отдал предпочтение Павлу Подкову. Да, конечно же. Пока его вклад более весомее, нежели. И Максим Шпилев будет вводить мяч в игру. Продолжается громкогласная эйс. Отличная атака просто. Проспал блок Кузбасса. Это Дмитрий Теременко. Но болельщики продолжают поддерживать своих любимцев. Там же Дмитрий отправился подавать. Силовая. Аут. И не попадает в пределы площадки. Вовремя Лаури успел укрыться от этой подачи. Смотрим повтор. И блестящая реакция 14-го номера Кемеровского Кузбасса. Замена. Сергей Никитин выходит на подачу вместо Михаила Щербакова. Сергей коварный такой планер. Очень умело он им пользуется. В нужных моментах
может подать. Вот, не справляется сейчас. Да, хороший планер. Ян Ерещенко сам же в атаке. Отмечает блок и... Ошибка была. Судья, видимо, касание очко. Сетки. Усмотрел сейчас первый судья. Хотелось бы посмотреть повтор. И обратная замена. Выходит на площадку Михаил Щербаков. Ну да, на подачу выходил. И Никитин. Максим Жигалов. Ну да, скорее всего, было касание сетки. Так и осталось пока для нас загадка это. А нам нужен съем. Переходящий Михаил спокойно здесь. Не получилось, Мусерский, конечно же, не стал сильно подпрыгивать, отталкиваться от пола. Дмитрий. Да, Томас берет. 17-18. Тайм-аут. У Максима, ну... Надо ее доводить, да. А просто нужно оставлять ее над собой, своей площадке, оставлять на своей площадке и потом уже делать доигровку с высокой. И там уже искать руки блокирующих. Потому что такую подачу очень велик риск ошибиться, когда пытаешься ее довести. То есть мяч может перелететь на ту сторону, и что сейчас произошло, Дмитрий Мусерский спокойно в низком прыжке обрабатывает этот мяч, отправляет на нашу сторону. Да, Дмитрий, смотрите, как легко, да, перед камерой можно понять все ошибки. Нет, ну я думаю, ребята это уже все прекрасно знают, и им уже мне один раз объясняли. Себастьян Шварц. Рукам блокирующих будет атака в Белогорье. Дмитрий Мусерский. Поднимает мяч. Еще раз Шварц. Шварц. Отыграл. И отлично. Вот то, что надо. Да, тройной блок, и не спасовал перед ним Шварц. Спокойно отыгрался Себастьян. Смотрим еще раз повтор. Нет, все-таки двойной блок. От рук Романа Порошина сейчас отыгрывался. Сень Терещенко. Дойти. Павел Панков. Ошибается. Очень обидная ошибка. Ждем, конечно же. Павла Панкова. Результативных действий на подаче. Ян Ерещенко вышел на подачу. Хороший прием. Виктор Полетаев. Четвертый Мартынюк. Максим Жигалов. Останавливаем атаку. Но продолжается розыгрыш. Тарас Хтей. Отыгрывается от наших блокирующих. Немного не повезло сейчас волейболистам Кузбасса. Хорошо закрыли сначала Жигалова, затем не позволили Ихтею напрямую достучаться до пола. Продолжит подавать Ян Ерещенко. Ошибается. Да, далеко за пределы площадки отправляет мяч он. На руку это волейбольному клубу Кузбасс. Сокращает разрыв в счете. Немировчане. И Себастьян Шварц. Планирующая подача в либеро. Дмитрий Мусерский. Да. Нет. Безоговорочный. Просто атака. Нет оружия против 13-го номера белгородцев пока. Лишь один раз с запасом там закрыли Дмитрия Мусерского. Там же на подаче центральный блокирующий. Хорошая, да, вот и Виктор Полетаев. И точно под заднюю линию великолепно отправляет мяч Виктор Полетаев. Вновь сокращает до одного очка. Разрыв в счете волейболиста Кемеровского Кузбасса. Николай Паликов. Центральный блокирующий будет подавать. Не стал рисковать. Эйс записывает свой актив центральный блокирующий Кемеровского Кузбасса. И счет вновь равный. На Тоникова накатил в пятую зону. Не был готов к этому накату Тарас Кей. И принял вал мяч. Тайм-аут. Как думаете, Дмитрий, ожидает нас вновь жаркая концовочка, как в первой партии? Она уже идет. Мы уже наблюдаем
всю партию идут вот эти вот качели, то одна команда немножко на очко, на два выходит вперед, тут же сразу же вторая воспевает. И... Да, уже нет такого весомого преимущества, как в первой партии было у белгородцев. Да, соглашусь, тут уже сейчас очко идет, игра. Вот все будет решаться именно в концовках. Таких игр все решается в концовках, когда обе команды идут нос в нос, как говорится. И Николай Паликов. Ждут болельщики Эйса. Сильная подача. Тарас Хтей. Немного не хватило Максиму Шпилеву сейчас, чтобы поднять этот мяч. Может, и повтор. Да, ожидал именно в эту зону. Антон Фоменко выходит на площадку. Место Порошина. Видимо, только на подачу. Пока что гости остались без связующих. Ну, видимо, ставку сделали на подачу Антона. Хороший прием. Нужна атака Полетаева. Блестящая. И обратная замена тут же, соответственно. Отличная атака. Хорошую игру проводит Виктор Полетаев. Да, вот она, обратная замена. Обратная замена, да. Виктор Полетаев сам же выходит на подачу. ...22-22. Окончание второй партии не за горами. Очень своевременно, очень. Нужны сейчас эти эмоции. Виктору Полетаеву просит он трибуны, тут же их в ответ получает. Вы просили, я исполнил. В зону конфликта сейчас была подача между пятой и шестой зоной. Вот прям все как по учебнику. Да, блестяще. И вновь второй подряд, можно сказать, тайм-аут Белогорье. 23-22. Именно такой счет на табло. Который кемеровский Кузбасс переигрывает пока белгородское Белогорье. 1-0 после первой партии, во второй 23-22. Вот такую вот жару устроили в начале недели в Кузбассе эти две сильные довольно-таки команды. Подарок просто великолепный сделали. Волейбол сегодня наблюдаем. И, надеюсь, не зря сегодня все болельщики у экранов своих телевизоров наблюдает матч на телеканале «Мой город». Тарас Хтей. Да, по линии сыграл. Уже со второй зоны набирает вновь очко. И сравнивает счет. Да, ничего не ясно в этой партии. 23-23. Соответственно, в этом матче тем более. Готовится капитан. Силовая подача. Получается она. Виктор Полетаев. Блестяще! Блестяще действует Полетаев. Великолепный выстрел бомбардира Кузбасса. И мяч далеко на трибунах. Смотрим еще раз повтор. Одно удовольствие наблюдать с такими атаками. Не справился здесь Порошин. И Максим Шпилев. Сетбол у Кузбасса. Ошибается, да. Максим. Да. Переволновался он. Да, поначалу на силовую настроился, в итоге перешел на планер и вот мяч далеко за пределы. Максим в прошлом сете-то и поставил точку. Дмитрий Теременко тем временем на подаче у Белогорья. Опять на больше-меньше команда играет. Это уже из в исполнении гостей. Не удалось либеру кемеровчан поднять мяч. И сетбол. Сетбол, да. Белогорье. Естественно, штаб кемеровского Кузбасса, да. Тайм-аут. Отвечает на этот эйс сразу тайм-аутов. Да, нужны коррективы, конечно же, вносить тут же. Александру Косареву это удалось. Ну и повлиять, конечно же, охота на подачу, чтобы вот этот вот перерыв обязательно повлиял на подачу на центрального блокирующего гостей. Подбадривает сейчас, да, главный тренер своих подопечных. А ведущий заводит трибуны. Окончание второй партии. Да, нужна поддержка седьмого игрока.
И смотрим за подачей Дмитрия Теременко. Еще одна сильнейшая подача. Атака гостей. Дмитрий Мусерский ставит точку в этой партии. Сравнивает счет в игре. 1-1. Да, близки были кемеровчане к тому, чтобы выиграть и вторую партию. Но сумели справиться с эмоциями белгородцы. Сравняли счет и 1-1. На тайбрейке выиграли. Да, сложная была. Была партия, как я уже и говорил, все решила концовка. 23-25. Два очка в концовке. Эйс и Дмитрий Мусерский. Ну. Да, 24-26. Уступает кемеровчане во второй партии. И счет равный. 1-1. Очень интересная и красивая игра. В Красноярске, кстати, тоже завязалась борьба. Во второй партии неожиданно Енисей проснулся, и там тоже идет тайбрейк. 26-26. Группа поддержки волейбольного клуба «Кузбасс» подбадривает зрителей. Да, мы готовимся к третьей партии. Великолепная игра, однозначная. Это матч тура, да, матч тура. «Кузбасс» Кемерово, Белогорье Белгород. И то, что команды на данное время находятся на разных полюсах турнирной таблицы, ни о чем совершенно не говорит. Но это начало только турнира. Да. К тому же, как я уже говорил в начале нашего репортажа, труднейший календарь для Белогорья. 6 выездных игр. Правда, вот после сегодняшней игры будет перерыв небольшой, связанный с проведением второго этапа Кубка России, когда белгородцы отправятся на домашнюю арену и проведут там 3 встречи со своими соперниками. Кстати, достался им там такая группа, где будут Красноярский Енисей принимать участие, соседи Краснодарская Динамо и Махачкалинский Дагестан. Кемерский Кузбасс же отправится в Москву, где будут две московские команды, соответственно, Динамо и МГТУ. И открытие этого сезона пока на данный момент Новокуйбышевская Нова. Также посоперничает с кемеровским Кузбассом. И вот это единственная передышка и, как говорится, отдых дома для команды Белогорье. Да, следующая игра у Кузбасса будет уже с «Факелом» 16 октября. Тоже всех зовем в развлекательный комплекс «Арены». Ну, а тех, кто не сможет прийти, всех ждем у телеэкранов. Да, на телеканале «Мой город» будет прямая трансляция с «Факелом» из Нового Уренгоя. Поверьте, великолепная также будет игра. Блестящее зрелище. Равные команды сойдутся на площадке спорткомплекса «Арены». Кемеровский Кузбасс, «Факел» Уренгой, 16 октября. Телеканал «Мой город», начало трансляции 19:00. Команды уже вышли на площадку, готовы играть. Последнее наставление от Косарева. Видимо, замена произошла. Белгородцев сейчас посмотрим. Мастерский Порошин. Передняя линия без изменений. Максим Жигалов диагонально начинает с подачи. У нас неодобрительный гол на трибунах. И мяч площадки, но Мусерский. Удается поднять мяч. Полетаев. И получается команда добить мяч до пола. Переходящий мяч. Не разобрались здесь игроки. Да. И просто будет отдавать мяч. Будет атака у Белогорья. Дмитрий Мусерский уже ставит точку. Ну, тут со второй попытки, да. Неразбериха большая была сейчас у обеих, причем команд, не только у Кузбасса, также у Белогорья. Но если белгородцы справились, то кемеровчане уже не смогли. И Максим Жигалов остается на своей подаче. Не получается пока что справиться с ней. Ошибается. Вот только благодаря такой ошибке справляются кемеровчане. И Павел Панков брается на подачу у Кузбасса. Составы без изменений. Обе команды вышли в том же составе, что и были. Сильнейшая подача. Дмитрий Мусерский. Аут.
Ошибается. Не попадает. Просто не попадает Дмитрий Мусерский. А так все было сделано. Сейчас для атаки центрального блокирующего Белогорья, но не попадает. 2-1. Кузбасс впереди в начале третьей партии. Павел Панков на подаче. Еще сильнейшая подача. Эйс в исполнении Панкова. Не хочет он уступать по этому показателю Максиму Жигалову. Уже, честно говоря, сбились мы, сколько эйсов заработал Панков и сколько Жигалов. Но, думаю, равные уже у них статистические данные. Готовится к приему белгородцы. Еще одна подача. И на этот раз везет. Аут. Белогорью. Мяч уходит за пределы площадки. Доигровщик будет вводить мяч в игру. Ян Ерещенко. Головая. Ошибается. Да, перешел на планер. Так же, как и во второй партии. Максим Шпилев задумал силовой, перешел на планер и не попал в пределы площадки. Так что сейчас и Ян Ерещенко. Себастьян Шварц. На подачу у Кузбасса. Планирующая его планер. Подача. Максим Жигалов. Отлично. Это Виктор Полетаев. Полетаев по рукам блокирующих и не удается поднять мяч в защите. После атаки Виктора Полетаева. Увеличивается отрыв. Нужен этот отрыв. Смотрим еще раз. Ошибается Шварц. Недоволен, конечно, выкрикнул так. И Мусерский отправляется на подачу Белогорья. Павел Панков готов к приему. Панкова выберет Мусерский. Выбитый прием. Максим Шпилев. Не получается забить. Пайп. Самостраховка. Будет атака у Кузбасса. Павел Панков. Виктор Полетаев. И не справляется на задней линии Дмитрий Мусерский. Да, тяжело, конечно, сложиться при таком-то росте. Но все-таки пытается. Попытка была. Пытался, конечно, Дмитрий Мусерский оставить мяч в игре. Попытался даже сложиться, но, как говорю, тяжело складываться при таком росте. И Виктор Полетаев. 6-3. Комфортное пока что преимущество. Максим Жигалов. Точно под заднюю линию попадает. Максим Жигалов сокращает разрыв в счете. Смотрим повтор. Между рук у нашего доигровщика пролетает мяч. Хороший. Хороший прием. Михаил Щербаков. Первым темпом не попадает. По рукам блокирующих пытался отыграться Михаил Щербаков. Сокращается отрыв. Да, до минимума сократили отрыв. Продолжит Роман подавать. Еще одна хорошая доводка. Шварц. И достает в защите этот мяч. Тарас Хтей. Ошибается. Да, ошибается. Здесь грубовато. Не блок. Кузбасса сыграл, а в сетку просто попал Тарас Хтей. Грубовато. Если будет повтор, то это прекрасно увидим. Смотрим на экраны. Просто в сетку попадает капитан Городцев. Да, даже никто из рук блокирует. 7-5. Виктор Полетаев. Нужен эйс. Хорошая подача тоже. Пайп. Хорошая поднимает защита. Мяч. Шварц. И под заднюю линию. Мяч. Четко. Да, попал. Попал. Но главный судья показывает, что аут. Смотрим повтор. Да, может быть. И отдает очко гостям. 7-6 становится счет. Тарас Кей на подаче. Мягкий такой планер. Максим Шпилев отыгрывается от рук. Отправляет команды на первый. Дмитрий Теременко. Да. И первый технический тайм-аут. И счете 8-6. Наступает в пользу кемеровского Кузбасса. Сейчас Максим Шпилев объясняет что-то Виктору Полетаеву. Видимо, про предыдущую атаку. Сейчас конкретно Александр Косарев беседует с Яном Ерещенко. Что-то по поводу приема рассказывает. А то он спокоен.
Вот когда комфортное преимущество мы создали себе в начале партии, то и наш стан спокойно обсуждает уже текущие моменты, а не то, как нам нужно догонять, набирать очки, меньше как ошибаться. Рисковать, да. Больше риска, соответственно, нужно делать, совершать. Да. Первый судья. Снова двухочковое преимущество. Нужно только его увеличивать. Михаил Щербаков на подаче, наш центральный блокирующий. Хороший планер. Максим Жигалов. Нужно поднимать. Не удалось. Удалось смягчить блоком, но поднять не удалось. Мяч Мировчана. И вновь до минимума сокращает разрыв в счете волейболисты Белогорья. Максим Жигалов на подаче. Сильнейшая подача, справляемся. Да, справляем. Виктор Полетаев. Остается мяч в игре. Атака. Максим Жигалов. Павлов. Так, и отлично, достаем. Полетаев не рисковал. Попадает. Да. Рисковал, да, сейчас из глубины. Атака была с 6 метра. Да, пытался по рукам блокирующих попасть. Но тяжело было атаковать, конечно же. Рисковал, да. Рисковал Виктор сейчас. Нельзя ни в коем случае осуждать за этот риск. 17 номера Кемеровчан. Продолжит подавать Максим Жигалов. Ошибается. Да, благодаря ошибкам находится в своей подаче. Вторая уже ошибка. Третьей партии. И это на радость болельщикам на трибунах спорткомплекса «Арена». Павел Панков. Подает. Есть доводка у гостей. Пайп. Ярослав Подлесный. Да. Первое очко. Спокойно так атаковал. И сравнивает счет с третьей партии. 94 года Ярослав Подлесный. До этого выступал он за Самотлор прошлый сезон. Победитель молодежной лиги. Виктор Полетаев с четвертой зоны. Получается добить до пола. Тяжелая атака была. Максим Жигалов ставит точку в этом розыгрыше. Да, удалось белгородцам преимущество в этом розыгрыше. Который... Благодарит он за передачу Романа Порошина. Да, ошиблись в этом розыгрыше кемеровчане и белгородцы, соответственно, усилием Максима Жигалова добили мяч до пола. Ян Ерещенко. Виктор Полетаев снова с четвертой зоны. Скидка. Не видно. Максим Жигалов. И вновь удача на стороне гостей. И вновь Максим Жигалов. Увеличивается преимущество. Смотрим повтор. Розыгрыша от Виктора Полетаева. Мяч покинул пределы площадки. Продолжит подавать Ян. Да, неприятно у него. Планер. Себастьян. Не получается забить. Дмитрий Мусорский, вот такая вот короткая скидка. Да, ему только дай такой мяч. И шансов он не оставит. Трехметровую отметку точно попадает. Берут кемеровчане. Плюс два. Было преимущество у Кузбасса и уже минус три. К этой минуте. 13-10. Все, пошли эмоции уже. Пошли эмоции, да. Нужно взбодрить своих подопечных. Немножко застоялись, да. Так, как-то успокоились. Хорошее преимущество получили в начале третьей партии кемеровчане. И решили, что дальше так же все пойдет гладко. Продолжу подавать Ян Ерещенко. Выцеливает он пятую зону, в которой сейчас находится наш доигровщик. С другим настроением уже появляется на площадке. Максим Шпилев. Белогорье. Смотрим, как удается справиться. Снова Максимова подача. Виктор Полетаев. Поднимает мяч. Будет атака. Ян Ерещенко. И снова Полетаева. Поднимает мяч в защите. И мяч просачивается на нашу сторону. Да, передавил Роман сейчас. Здесь.
нашего центрального блокирующего. Неожиданно, конечно. А это выходит Сергей Макаров. Да, конечно. Можно даже по зрительским крикам понять. Он меняет связку. Тренерский штаб. И смотрим продолжение. Битвы в третьей партии. Все только начинается. Себастьян, да, ну просто да. Прекрасная атака. Шварц. Сразу же Макаров входит в игру. Великолепно входит. От рук подлесных. Два девятых номера в одной точке на площадке сошлись. И девятый номер Кузбасса отыгрался от рук девятого номера Белогорья. Хорошая доводка. Дмитрий Мусцерский со своей высоты. Переиграл Щербакова здесь. Отыгрался от его рук. Там же Дмитрий отправился подавать. Силовая. Хороший прием. Нужна атака. Максим Шпилев. Да, забивает, пробивается через этот блок. Максим Шпилев. Сокращается разрыв. Да, нужно догонять соперника. В счете до второго технического тайм-аута. Николай Паликов. Надежная подача. Ну, где же блок? Блок даже не стал подниматься над сеткой. И спокойно волейболисты Белогорья отправили команды на второй технический тайм-аут на пустой сетке. Да, переводил сейчас по пятой зоне. Да, как-то расклеилась игра у кемеровчан. И... Но все-таки хочется надеяться, что с выходом нашего капитана он сможет завести команду, как он сделал уже это в игре с «Динамо». Вышел в конце третьей партии, четвертой, прошу прощения, и завел своей игрой, эмоциями команду и привел к победе. Да, может быть, это действительно сейчас также подействует на партнеров по команде. Сбодрятся кемеровчане, и мы увидим очередную жаркую концовочку. Уже теперь третьей партии. Напомню, 29-27. Первая партия за Кузбассом. 26-24. Вторая партия за Белогорьем. 1-1. И третья партия пока хорошее преимущество у гостей. Но ждем. Выходит команда на площадку. Да, очередного подвига от кемеровчан. Роман Порошин отправляется подавать. Нужен быстрый съем сейчас кемеровчанам. Ошибается, это... Роман, нестабильная подача. Да, не зря его меняли. И во второй партии на подаче меняли Романа Порошина. Но сейчас оставили, и вот показатель. Видимо, в следующий раз все-таки поменяет его вновь на подаче. А мы смотрим. Виктор Полетаев. Тоже ошибается. Ответная ошибка. В исполнении Кузбасса. Ярослав Подлесный. Готовится к подаче. Силовая подача. Хороший прием. Нужна великолепная атака. Виктор Полетаев стучится в блок и не проходит его. Мы видим на повторе. Далеко от сетки. Да, попадает атака в сетку. Роман Шкулявичу с тем временем выходит на площадку вместо Виктора Полетаева. Надо немножко отсидеться, да, наверное, отдохнуть, подумать лидеру с третьей стороны. Атак. Нет, ну, нельзя всю игру играть на одном великолепном уровне. Нужна передышка. Михаил Щербаков. Великолепно. Мгновенная атака под заднюю линию в первую зону. И без шансов для соперника сыграть в защите. Максим Шпилев на подаче Кузбасса. Вновь ошибка. Да. Уже вторая подряд.
отвести от Кемеровчения ошибками на подаче. Это на руку сопернику явно. Смотрим за подачей Белогорья. Дмитрий Теременко. И счастье на стороне гостей. Через трос попадает мяч на сторону хозяев. И разрыв увеличивается. Тайм-аут. 20-14. Вперед тренерский штаб Кузбасса, конечно же. Нужно что-то менять. Действия своих подопечных. Тренерскому штабу кемеровчан. Вот сейчас конкретно дает наставление главный тренер своему вышедшему диагональному. Да, еще не разогрелся, явно не вошел в игру пока. Не нужно. Это пока что без касания Романа Кузбасса. Но я думаю, Сергей Макаров это сейчас мгновенно исправит. Не первый год уже играет эта связка Сергей Макаров и Романа Шкулявичус. В прошлом году мы уже видели, как Романас помогал нашей команде добывать победы. И снова трос, но уже смягчает. Романас. Сильнейшая и атака. И попадает. Великолепно. Сразу же входит в игру. Да, отлично. На позитивном настрое. Первое касание мяча и первый забитый мяч Романаса. Пытался здесь Подлесных поднять мяч в защите. Но мощный был удар. Михаил Щербаков на подаче. Сбит прием. Да, сбит. Ян Ерещенко. И мяч в площадке. Да, справились белгородцы. Преимущество 6 мячей. У гостей остается Максим Жигалов. Вот какой от подачи нам нужно быстрее избавляться. Да. Тем более комфортное преимущество у гостей. И ошибается, да, это видимо, комфортное преимущество как-то негативно влияет на Максима Жигалова, я обратил внимание. Но это уже на психологический настрой больше похоже, то, что он спал у Максима, и пошли ошибки на подаче. Когда Сергей Макаров очко в очко шла, то прекрасно играл Максим Жигалов. Сейчас расслабился. И вновь Ян Ерещенко набирает очко в атаке четвертой зоны. Смотрим повтор. Не получилось закрыть сейчас у Романаса атаку доигровщика Белогорья. Там же Ян отправился подавать. Сбитый прием. Романа Шкулявичус. И блок. Блок великолепно действует. Белогорья. Это молодой доигровщик. Порошин, да? Нет, это... Подлесных. Да, это Подлесных. И вот такие вот эмоции демонстрирует он на площадке СК-арена. Продолжит терроризировать своим планером нас доигровщик. Хороший прием. Шварц не добил до пола. Да. Дмитрий Мусерский сам же добил, а не получилась атака только у него. Вновь Шварц. Очень плохая передача от Макарова была сейчас. Но а вот на Щербакова уже гораздо лучше. Ой, прошу прощения, на Апаликова. И центральный блокирующий Кузбасса здесь ставит точку в этом розыгрыше. Смотрим повтор. И Николай Апаликов. Сергей Никитин выходит на подачу вместо немецкого легионера Кузбасса. Да, на подачу еще. А, тяжело будет бороться в этой партии, но нужно бороться. Блок. Ярослав Ерещенко. Работает блок, великолепно. Отлично, закрываем. Подлесных доигровщика, ну. Смотрим повтор. Не останавливаться на этом блоке. Апариков и Шкулявич. Тайм-аут в исполнении Белогорья. Нужно сбить этот настрой у Никитина, считает Александр Косарев. Ну и также небольшое психологическое самочувствие вот у доигровщика, когда сам по себе уже знаю, когда чехлишься в концовке, немножко нужно времени, чтобы войти снова в игру.
Это тоже немаловажный момент. Но посмотрим, как выйдет сейчас команды после перерыва. Да, если сейчас эйс будет у Сергея Никитина, может еще поборемся в этой партии. Сергей может продемонстрировать нам его. Нужно, конечно же, бороться. И все потеряно. Это Кузбасс уже в первой партии доказал. Смотрим третью партию. Хорошая подача, сбит прием. Максим Жигалов. Не будет опасной атаки. Ярослав Подлесных. Ошибается. И до предела. Ошибается. Да. Вот как раз о чем я и говорю. Ищет там, как будто бы руки Николая Опаликова. Да. Но там Опаликов проходит говорит, намного выше. Опаликов говорит, я очень далеко был от эпизода даже. Удивленно так смотрит через сетку. Но будет видео. Просмотр все-таки. Но это же больше на похоже на затяжку времени. Потому что мы видели с вами в повторе. Да, далеко что... мяч прошел от рук блокирующих. Не было. Да, быстро видеоповтор. Да, показывает. Все спокойно. Мяч в ауте. Остался еще один видеопросмотр у гостей. Продолжит подавать доигровщик волейбольного клуба «Кузбасс». Да, сокращает, да. Минус трех. Еще одна хорошая подача. Вновь сбит прием. Максим Жигалов. Нужно поднимать мяч. Поднимают мяч. Атака защите. Кузбасса. Виктор Шкулявичу, да. Прошу прощения. И что, ошибка была, да, ошибка. У Белогорья. Вот такие вот эмоции дарят нам. Да, да, нужны сейчас эти эмоции. Смотрим повтор. И была ошибка. Подлесный. Залетел в сетку. Да, подлесный. Видим, что три ошибки уже совершает Ярослав. Вот так подряд. Три розыгрыша и три тайм-аута в исполнении Белогорья. Один, правда, это был видеопросмотр. Ну, тоже как тайм-аут он можно посчитать. Пошел. Пытается сбить настрой Сергея Никитина. Пока не получается это у тренерского штаба Белогорья. Хочется надеяться, что и не получится. Продолжает Сергей Никитин терроризировать свои подачи соперника. Немного осталось. 20-23. Находит свою игру кемеровчане. Нужно продолжать в том же темпе. Еще одна хорошая подача. Вновь выбитый прием. Максим Жигалов. Тройной блок. Великолепно. Чудо возвращается в игру Кузбасс. До двухочкового преимущества сокращает отрыв. Тройной блок. Высоченные руки наших блокирующих. Пытался Максим Жигалов пройти этот тройной блок. Не удалось. Тарастей вернулся в игру вместо Ярослава Подлесных. 21-23. Сергей Никитин. Даже группа поддержки требует эйса от Сергея Никитина. Мусерский. Закрывают Мусерского, но будет вновь атака Белогорья. Отлично, вновь блок. Еще одна атака у Белогорья. Максим Жигалов. Ну вот на сей раз, да. Получается отыграться от наших блокирующих. Удалось Порошину найти удачное завершение этой атаки. Филими Максима Жигалова. Обратная замена. Вернется Шварц. А Кузбасс тем временем, кстати, попросил. А заступ будет смотреть при атаке Максима Жигалова. Да, он задней линии атаковал. Шварц готовится выйти вновь вместо Сергея Никитина. Не хотим, чтобы это пока происходило. Все на подаче 3-4. Пускай Сергей Никитин задержится на площадке. Так, и какой вердикт вынесут судьи? А не видно второго судью. Да, он как раз сейчас там молодился. А то Александр Косарев. Уже вышел на площадку. Да? Это нельзя делать. Получит карту. Сейчас предупреждение. Старший тренер. Очень долго сейчас разбирает судейская коллегия этот эпизод. Видимо, не все так однозначно. Может быть, не сразу видно? Нет. Не было заступа. Просит успокоиться. Да, и Шварц вновь появляется на площадке вместо блестяще вышедшего. Да, не было заступа. Сергея Никитина. Смоляр.
появляется вместо Мусерского. Сетбол у гостей. Артем Смоляр как раз вышел на подачу этого сетбола. Третьей партии. Центральный блокирующий 2-10 ростом. Максим Шпилев в атаке. Не смог сам. И атака гостей. Тарас Хтей. И завершает. Нет, ошибается. Нет, не попадает Тарас Хтей. Ошибается. Попадает в аут. Смотрим повтор. Казалось, сначала касание рук было, но нет. Выше рук прошел мяч. И Николай Паликов на подачу кемеровского Кузбасса. Нужна одна подача пока на данный момент. Блок. Мягчает блок. Атака Кузбасса. Роман Аскулявичус. И попадает Роман Аскулявичус. Отличный розыгрыш. Один. Отыграли. Сетбол. Еще нужен один. Сильнейшая атака. А четко Белогорье это берет. Видеопросмотр. На наличие попадания мяча в площадку. Попадание тут даже спорить. Можно спиной отвернуться к монитору и не смотреть. Пожалуйста. Все прекрасно было, четко видно, что мяч точно в площадке. Николая Паликов нужна еще одна подача. Рискует Николай Паликов. Нужен блок. Это блок. Великолепный тройной блок. Взрываются трибуны. Блестяще действует. Сравнивают счет. Представляете, 19-23 проигрывали. Даже 21-24 проигрывали. 17-22 проигрывали. Даже вот такой минус, вот был. Да, минус 6 был в концовке у Кузбасса. А Паликов рисковал. Не будем никак осуждать Николая Паликов за этот риск. Блестяще рисковал, блестяще до этого и блестяще помогало. Антон Фоменко рвется на площадку. Да, вместо Романа Порошина. На подачу. Да. Нестабильный этот игрок. Дмитрий, мы предыдущий... Как раз таки. Да, об этом и сказали. Вот, пожалуйста, результат. То есть мы не провидцы, не ясновидящие. Просто немного что-то, видимо, понимаем в этой игре. Раз такое предсказали еще при предыдущей подаче Романа Порошина. Ну, какой, каких кондициях, Антон? Хорошая подача. Кондициях. Максим Шпилев. Отлично. Переходящий. Вколачивает в первую зону. Вот такие вот эмоции дарит нам. Шварц. Сам же Рома у нас выходит подавать, будет подавать. Мы смотрим повтор. Переходящий мяч, и Роман Аскулявичус вбивает в гость. Сравнивает счет хозяева. Планирующая подача. Сбит прием. Нужна атака. Макаров. Максим Шпилев. Блок-аут играет Максим Шпилев. И уже сетбол у Кузбасса. Долгожданный. Очень долго мы его ждем. Вот так по смотри, повтор. Да, по крупинке, по зернышку собрали. Собрали этот сетбол. Большой вклад, конечно же, Сергей Никитин внес. Еще один планер. На сей раз доводка. А, открыли, казалось, центральный блокирующий. Но... Ваут улетает мяч. Счет равный. Тарас Хтей. Сейчас посмотрите, как белогорцы также себя заводят эмоциями. Головая. Ошибается. Ошибка. На руку нам это ошибка. Отлично. Сетбол. Макаров призывает трибуны поддержать. Конечно же нужно. Нужна поддержка нашего запасного игрока. Максим Шпилев на подаче. Блок. Поднять. Не получается. Вновь атака первым темпом. Третья партия и третий тайбрейк в матче. Это великолепное зрелище сегодня демонстрирует команды Кузбасса и Белогорья в матче третьего тура Суперлиги, в которой кемеровский Кузбасс на своей площадке играет пока в ничью с белгородским Белогорьем 1-1. Полностью равный счет. 27-27. 1-1. Смоляр вернулся на скамейку.
атмосферки, соответственно, на площадку. Дмитрий Теременко. Есть доводка. Роману Шкуляевичу скидка проходит. Отлично! Отлично. Как же хорошо, что сейчас нет на площадке либера. Да, удачно сейчас делает скидку Роману Шкуляевичу. Точно в центр площадки. До миллиметра. Все высчитал. Восьмой номер Кемеровчан. Сетбол Кузбасса. Михаил Щербаков на подаче. Отлично. Дмитрий Мусерский тяжело закрыть, конечно. Да. А у нас счет равный. Ровно снова сравнивает счет. Максим Жигалов. Видели, что он... Да, ошибаться стал в этой партии, да. Максим Жигалов. Три раза уже. Надеемся, что он продолжит свою серию. Не остановится. Но нужно все равно сниматься с этой подачи. Ошибается доигровщик Кузбасса. Максим Спилев был в атаке. Сергей Макаров просит видеоповтор. Мы видим, как Шмарц смахивал все-таки этот мяч в линию, но не попал это, под да, линию. Это Шварц. Да. Продолжит подавать Максим. Ошибся. Вот, вот, нужна его ошибка. Николай Паликов заводит партнеров. Сам же отправляется на подачу. Наш капитан Сергей Макаров. Трибуны поддерживают нашего капитана выкриками «Макар!». Максим Жигалов. Поднимать. Нет, далеко на трибуну улетает, да, мяч. Пытался Сергей Макаров поставить мяч в игре. Не так-то просто. Сетбол у Белогорья. 30-29. Ерещенко. Тоже немало неприятностей он доставил Кузбассу в сегодняшней встрече. Планер. И вновь он продолжает. И касание сетки. Уже было. Касание сетки, да, повтор. По-хорошему, если есть повтор, то по-хорошему бы взять повтор. Но команды уже меняются, да, площадками. Главный судья показал все. Да, вот видно было даже. Коснулся Дмитрий Мусерский сетки. Верхнего Ну, не знаю. По мне это было очевидно. Видимо, нет уже видео повторов у кемеровского Кузбасса. И главный судья отправил команды. Вот сейчас Михаил Щербаков. Да, со вторым судьей. Пытается следовать. Ну все, завершилась очень третья обидно. Партия. И да, удалось очередной камбэк совершить кемеровскому Кузбассу с минус 6. Дойти до тайбрейка, но на тайбрейке не оказались волейболисты из Белогорья. 30-28. Очень завораживающая игра. Можно наблюдать в особенно концовке. Да, три партии, три тайбрейка. Великолепная игра. Нельзя, да, 31-29 все-таки Белогорье держало победу в третьей партии. Не сдаются. Команды до последнего играют. Да, супер-мега-битва. Великолепная игра, великолепное зрелище. Думаю, не зря включили вы сегодня вечером телеканал «Мой город», на котором прямую трансляцию вы смотрите матч Кузбасс-Кемерово, Белогорье-Белгород. 1-2 уступает кемеровчане после трех партий. Но самое интересное, поверьте, еще только начинается. Все впереди. Также встречу проводят Енисей с Локомотивом Новосибирским. Да, 2-1 впереди. Гости, Локомотив. А также началась встреча в Новоуренгое. Там... Да, там поначалу Факел хороший отрыв себе создал, но игроки Динамо... Ленобласть набрали все-таки 11 очей. Да, и уже второго технического тайм-аута уступает 1-16. Очень зрелищный волейбол демонстрирует команды. Не на шутку борются. Вот штаб гостей. Сейчас да, Богомолов, Косарев. Знаменитые имена. Да, еще в прошлом сезоне
сами выступавшие в составе Белогорья. В этом году и, уже. Да, уже все, помогают Геннадию Шипулину. А вот небольшая статистика у нас на экранах. Да, по атакам явно впереди пока Белогорье. Бочки, да. Ошибок тоже на две бочки совершили. Ну и блок пока лучше у Кемерского Кузбасса. Но не такие уж и большие цифры на блоке, пока блок не удается никому организовывать очень хорошо. Ни белгородцам, ни кемеровчанам. И всего лишь поэтому 3-1 за три партии. Да, ну, мне кажется, сейчас должен выйти наш стартовый состав. И... Да, конечно, понимал все тренерский штаб кемеровчан. И дал немного отдохнуть и Полетаеву, и Панкову. Нет, но вышел второй состав, который заканчивал третью партию. И вот мы видим Сергея Макарова, Романа Шкулявичуса. Да, все-таки они, да, готовятся. Видимо, эмоционально больше готовы к игре. Сергей Макаров на правах капитана подошел, пообщался с первым судьей сегодняшней встречи. И возвращается на площадку капитан Кузбасса. Главная ударная сила Белогорья, Максим Жигалов. Себастьян Шварц. Немецкий легионер будет подавать. Тщательно готовится к приему белгородцы. Ярослав Подлесных мы видим в старте гостей. Значит, Тарас Ахтея. Не быть на площадке в Белогорье. Да, так и есть. И сам же Ярослав будет атаковать. Тройной блок. Атака Кузбасса. Романа Шкулявичус забивает в первой атаке четвертого сета. Да, остается тот же состав, который завершал третью партию кемеровчан. И Романа Шкулявичус по линии. Блестящий. Четко как. Прям вдоль боковой. Продолжит подавать немецкий легионер. Плохой прием. Хорошая подача. Простая перекидка. Сергей Макаров. Не получается передача. Грубейшая ошибка. Именно при первой передаче. Не до Макарова, которая передача шла, уже была безобразная. Просто и тяжело было связующему, конечно же, сделать нацеленную передачу. Да, ошибся сейчас при доводке Романа Шкуляевичус. Ошибку посчитает, конечно же, связующий. Ярослав Подлесных. Подлесных на подаче. Максим Шпилев, атака. Отправляется. Так, но свисток судьи. Да, фиксировал ошибку. Видимо, при второй передаче у кемеровчан. Продолжу подавать Подлесных. Звучит свисток на подачу. Да, выходит вперед в четвертой партии волейболисты Белогорья. Еще одна хорошая подача. Подача. Снова Максим Шпилев отыгрывается от блока. И еще одна атака Кузбасса. Кулявичус и на трибуны. Лично. Отправляет мяч Роман Кулявичус. И счет сравнивается. Макаров на Кулявичуса. Жигалов не оставляет мяч в площадке. Николай Апаликов на подаче. Неплохо он подавал в концовке третьей партии. Пришел на планер. Максим Жигалов. Жигалов поднимает мяч. Атака. Себастьян Шварц. Не получается забить. Ян Ерещенко атаковал. Не получилось. Кузбасс Шварц. Ах, закрывает пайп в исполнении Себастьяна Шварца. Дотыкается на руки блокирующих. Поздравляет Порошина. Да, именно в его руки прилетела атака. Теременко. Подачи. Сильнейшая и подача. Не справляется украинский легионер. Эмоционально пытается завести партнеров Дмитрий Мусерский. Получает преимущество уже
белгородцев в дебюте четвертой партии. Замена в команде Кузбасс. Вместо игрока под номером 9 Себастьяна Шварца. Выходит Сергей Никитин вместо нашего доигровщика Себастьяна Шварца. Да, в третьей партии он выходил на подачу, а сейчас вошел, видимо, полноценно в игру. Посмотрим. Простой переброс. Чем ответит Белогорье? Максим Жигалов. Не получается. Хороший прием. Нужно оставлять мяч в игре. Рискует здесь. Не получается у Сергея Никитина. Никитин. Атака. Мяч улетает в аут. Разрыв увеличивается. 5-2 в начале четвертой партии. Остается украинский легионер на подаче. Белогорье. Нужен прием. Сильнейшая еще одна подача. Романас Шкуляйчус исправил атаковать. Максим Жигалов. Справляется в защите Кемеровчане. Снова Романас. Скидка. Готовы были к ней. Ян Ерещенко. Отыгрался от блока. Еще одна атака Белогорья. Дмитрий Мусцерский сбивает. Только усилий приложили сейчас кемеровчане. Но все же против Дмитрия Мусцерского. Да, сложно на вытянутой руке, снимал по высоте. Низкорослому Михаилу Щербакову, конечно, сложно. Да, тяжело бороться против Серского. 6-2. И технический перерыв взяли. Так, тайм-аут. Исполнение Кузбасса. Да, нужно вновь входить в игру кемеровчанам, как это было в первой, в третьей партии. Лишь вторая партия у нас прошла в обоюдно-острой борьбе, когда команды очко в очко шли на самого финала второй партии. Продолжит подавать Дмитрий Теременко. Ошибается на подаче. Вовремя был взят тайм-аут, значит, тренерским штабом Кузбасса. Раз не попадает Теременко при подаче. И продолжаем болеть за Кузбасс. Роман Скулявич. Ошибается. Отвечает. Романа с любезностью на любезность. Но напомню, что Тюременко до этого три раза подавал. На ура. Роман Порошин. Хорошая доводка. Максим Шпилев. Закрывает Максима Шпилева в этой атаке. Максим Жигалов. Еще в прошлом году выступавший за один и тот же клуб. Тезки Максима. Ну, тут не получился удар вообще у Максима. Он в сетку попал. В сетку просто попал. Пытался вдоль сетки сыграть. И первый технический тайм-аут. У нас в четвертой партии. Просто комфортнейшее преимущество. Очень изменился состав у Белогорья. В этом году его покинули Сергей Антипкин, Динамо Москва, Константин Лесик, связующий Роман Брагин, Георг Гроцер. Диагональный в Шанхае сейчас играет в Китае. Дмитрий Красиков, доигровщик, перешел в Динамо Ленобласть. Марк Иович пошел играть в Польшу, Рисовия. Руслан Ханипов, волейбольный клуб «Урал», сейчас защищает эти цвета. Александр Сафонов, центральный блокирующий, в Румынии сейчас он играет. Ну а Александр Костарев закончил игровую карьеру и перешел на пост старшего тренера. Выходит команда на площадку. Да, какой-то бум в Китае. Не только футболисты туда переходят играть, но и волейболисты такие знаменитые и популярные. Не попадает на площадку. Так вот, в Китае какой-то бум по игровым видам спорта. Мало того, даже хоккей с мячом стали развивать в Китае. Да. Это очень удивительно. А у нас продолжается борьба. Кузбасс пока уступает Белогорью 1-2. Идет четвертая партия. И здесь также преимущество у гостей. Ян Ерещенко за второй зоны набирает очко. 9-4 становится счет в четвертой партии. Комфортное преимущество у Белогорья остается. Расстрелял сейчас угол первой зоны. 9-4. Сам же отправился подавать. Переходящий мяч. И вновь удача на стороне Белогорья.
Вновь мы Дмитрий Мусырский. Справляемся с приемом. Переходящий мяч. Я Ерещенко. Вновь включаться в игру вновь кемерскому Кузбассу. Только в концовке партии это почему-то удается сделать. Сергей Никитин, скидка. Остается на нашей стороне. Романа Шкулявичус. Сильнейшая атака. Достают наши гости в защите этот мяч. И будет еще одна. Без атаки. Снова Романас. И по рукам. Ошибается. Нет, ошибается. Нет, не попадает по рукам. Обидно. Как бы хотелось, чтобы мяч зацепил руки, но, к сожалению. Да, не попадает по рукам. Романас. Отрыв только увеличивается. Да, растет, растет преимущество. 11-4. Двойная замена. Выходит Виктор Полетаев и Павел Панков. Да, возвращаются игроки, которые начинали сегодняшнюю встречу. Здесь Сергей Никитин остается на площадке из тех игроков, который эту встречу не начинал. Кемеровчан. Самое крупное преимущество сегодняшней встречи добиваются белгородцы к этой минуте. Напомню, 6 мячей вели в первой партии, в третьей, а вот 7 мячей только в четвертой. Сергей Никитин. Не удается забить. Дмитрий Мусырский. Защитные действия выполняет Лаура Керменин, но... Как же так, такие блестящие действия в защите демонстрировал Лаура Керменин. Но не справились партнеры, не поддержали этот порыв своего либера. И преимущество белгородцев растет. Это все на подаче доигровщика. Яна Ерещенко. Михаил Щербаков. Свойственно в его манере быстро смахивает. Блестяще сейчас Панков нашел на руке Щербакова. И первый темп доработал Кузбасса. И сам же Михаил отправился на подачу к Мировчан. Планирующая подача, но есть доводка. Максим Жигалов скатывает и будет атака у Кузбасса. Полетаев. Отыгрывается. Блокирующих. Вау. Сокращает, сокращает преимущество кемеровчане. Очередной рывок нужен Кузбассу. Но как в первой, в третьей партии. Команда Белогорья вынуждена взять тайм-аут. Да, понимает сейчас Александр Косарев. Кузбасс спокойно, да, может такой камбэк отыграть. Соперника демонстрировал уже Кузбасс в первой и третьей партии. Не хотят сейчас рисковать гости. И сразу берут тайм-аут. И оставляя дело на потом. Может все исправиться само собой. Нет, так не бывает в волейболе. Нужно уносить коррективы. Банков. На подаче. Планирующая подача под боковую линию доставляет проблемы. И попадает в аут. Аут. Да. Молодой доигровщик. Сокращает разрыв в счете кемеровчане. Ошибается. И чем дольше мы будем видеть на подаче 12 номера у Кузбасса, тем приятнее болельщикам на трибунах спорткомплекса «Арена». Дмитрий Мусырский. Мусырский не поп... Ошибай. А, касание рук блокирующих. Хорошо, да, видимо, атака, да, видимо, аут. По рукам попал. Может быть. Смотрим повтор. И на руки блокирует. Да, было касание. Сам же Дмитрий Мусырский на подаче. Немного повеселее стало. Бит прием. Передача с глубины рисковать. Сергей Никитин. Нужно рисковать. Ошибся Сергей. Второй раз рискует. Увеличивается только раз разрыв. Ошибается. Да. Скручивал сейчас по первой зоне, но какие-то сантиметры. Да, немного технически. Брак. Вернулся Себастьян Шварц. Терский. Силовая. Аут. Аут, да, аут. По запросу да, будет видеопросмотр.
цель для видеопросмотра игрового момента. Смотрится попадание мяча в площадку после подачи Мусевского. Смотрим повтор. Да, вполне может, что мяч и попал в площадку. Да, попал мяч в площадку. На повторе это мы тоже увидели. Сохранила два запроса в этой партии. Максимальный разрыв. Вновь. 15-7. У нас на табло. 8 для хозяев площадки. Терский ошибается. На этот раз, да, раз не попадает. Виктор Полетаев выходит на подачу. На подаче Виктор Полетаев. Видели мы уже в исполнении Виктора и Эйси, и затруднение приема. Сейчас они нужны как никогда. Рискует. Отлично. И правильно делает. Переходящий мяч, доводка. Как Кузбасса, Полетаев. Виктор забивает. До отлично. До пола, блестяще. Сам подал, сам забил. Вот так нужно играть. И 8 раз подряд сейчас так нужно. Конечно, сложно представить, но все возможно. Вышняя встреча это доказывает. Но любые отрывы можно догонять, да, и отыгрывать. Еще одна сильнейшая атака, подача. Блок нужен. Успевает. Забивает пайпом. Работает Ян Ерещенко. И второй технический тайм-аут. Наступает. А в Красноярске, кстати, тоже завязалась борьба. Там Новосибирский Локомотив выигрывает после трех партий 2-1. Но четвертая уже концовка наступает. И впереди Красноярск и Енисей. 21-17. А в Новом Уренгое Динамо из Ленобласти также навязала борьбу. Второй партии. Первую уступили они, а во второй ведут первому техническому тайм-ауту 8-6. То есть поддержать. Динамо в этом году, Ленобласть, которая новичок. Да, дебютант Суперлиги. И уже немножко успели навести шороху. В первом туре они выиграли у Красноярского. Да, у Енисея. 3-2 дома. Выходит команда. У нас команды, да, возвращаются на площадке. Все самое интересное, самый главный матч тура. Вот он на экранах телеканала «Мой город». В прямом эфире. Максим Жигалов. Бывший лидер атак Кемеровского Кузбасса, ныне Белгородского Белогорья на подаче у гостей. Хороший сильная прием. Подача, да. Виктор Полетаев из глубины будет атаковать. Еще одна атака. Подача. И получилось. Максим Жигалов. Жигалов. Пробивает Максим Жигалов. И вновь возвращается максимальный разрыв сегодняшней встречи. Кемеровский Кузбасс. Мы смотрим повтор атаки. Район пытались блок закрыть, да. Но мимо даже пробил Максим Жигалов этого тройного блока. Нужно учесть, что он леворукий, да, конкретно. Для нападающих это очень важно. Блестящий нашел место. Но великолепная подача от Жигалова. Переходящий мяч. Вот интересно, сейчас обманул нас наш блок Роман Порошин и отбросил быстро своему центральному Дмитрию Теременко. Ну, а тот на безблока атаковал. Двукратное преимущество. Что сейчас нужно сделать кемеровчанам, чтобы вернуться в игру? Ну, минус 9. Брейкпоинт побольше постараться забить. Вот этих вот брейковых очков, когда мы с защиты. Но эмоции совсем пропали у игроков Кемеровского Кузбасса. Ну, как их вот сейчас добавить, как вернуть? Болельщики помогают. Ну, что-то нужно в игре еще команде добавить. Как? За счет чего? Ну, тяжело, тяжело, да. Понимают, что кемеровчане. Но нужно бороться. Есть еще возможности и время, чтобы вернуться в игру. Видели мы уже, что Максим может ошибаться на подаче. Сейчас первое и главное, это просто сняться на подаче Максима Жигалова. Просто набрать очко на его подачу. Но пока это затруднительно. Будет простая перекидка. Атака Белогорья. Блок. Калачивает. Нет блока, без блока атаковал. Теременко. И разрыв только увеличивается. Эмоции только почему-то у Белогорья. Данные минуты.
комфортное преимущество, они себя хорошо чувствуют. Готовится замена у Кузбасса. Замена в команде Кузбасс. Вместо игрока под номером 6 Максима Шпилева на площадку выходит Антон Карпухов. Антон Карпухов возвращается на площадку. Начинал встречу именно Карпухов, но неплохо вместо потом Максима вошел. Шпилева. Да, Шпилев вошел, казалось бы. Так, и доиграет эту встречу, но коррективы нужно вносить. Да, вот буквально блестяще. Вот быстрой скидкой. Да, понимал, что он не успеет уже сделать передачу здесь Панков. Быстро скоординировался, понял, что ему делать. И смотрим повтор. Врасплох. И вот она скидочка. Мимо заснувшего Еременко. Планирующая подача легионера. Ян Шварц. Нельзя, нельзя сейчас дарить такие очки сопернику. Слишком большое преимущество. Пока соперник и без этого неплох. В четвертой партии. Но не расстраивайся, не расстраивайся. Ярослав Подлесных. Не унывают болельщики. Готовы поддерживать команду и дальше. От рук. Второе очко набирает Павел Панков. Вот нестандартное вот решение в исполнении Павла Панкова. Вдавил сейчас мяч в руки блокирующих и выбросил буквально. Просто вот. Да, выбрасывал. Специально это делал. И вот такое вот действие. Да, может быть, сейчас это вернет команду в игру. А Паликов. Есть прием. И вновь в центр, но защита. Да, великолепная защита. Снова... Кузбасса поднимает. Поднимает мяч. Но... Мяч перелетает в аут. Боролись кемеровчане до конца в этом розыгрыше. Игра продолжается. Нужно центральный блокирующий гостей будет подавать. Хороший прием. И атака. Бит прием. Антон Карпухов. Еще одна атака Кузбасса. Снова Антон. Блокирующий. Хорошо. Хорошо вошел Антон. Хорошо. Вот это сейчас важный момент. Продолжать набирать очки. Смотрим повтор. Панков на подачу Кузбасса. Первый номер. Сильнейшая подача. Максим Жигалов. Аут. Не попадает Максим Жигалов в пределы площадки. По ширине сейчас мяч летает в аут. Да, и Панков останется на подачу Кузбасса. И нужно продолжать наверстывать упущенное. Не впервой. Сегодня это Кузбассу. Еще одна сильная подача. Сбит прием. Снова Максим Жигалов. Мягчает, но... Достает очко до своей команды в этом трудном розыгрыше. Да, мощная атака была в исполнении Максима Жигалова. Видели мы уже, это знакомая нам замена. На подачу выходит Антон Фоменко. Вместо Порошина Романа. Ну что покажет нам Антон. Хороший прием. Антон Карпухов со второй зоны закрывает, но будет достает защиту. Атака у Кузбасса, Полетаев. Виктор Полетаев. Скидка. Удачная скидка и будет хорошая атака у Белогорья. Но ошибается. И мяч оказывается на же, нашей стороне. Мусырский был в исполнении связующего. Смотрим повтор. Вот. И не очень неудачно сыграл, но... Да, мяч на сетке, но не разобрались там наши блокирующие. И здесь Елещенко все-таки переиграл. Блок. Еще одна сильная подача, но сетку. И сразу же обратная замена. Замена в команде Белогорья. Вместо игрока под номером 3 Антона Фоменко на площадку вернулся. А на подачу волейболен клуба Кузбасс. Доигровщик Антон Карпухов. Хорошая Сильнейшая подача. Ян Ерещенко. Будет атака у кемеровчан. Рукам блокируется. Шварц. Шварц не получается забить. Не доиграли этот эпизод. Не разобрались. Да, сейчас кому пасовать на удар. В итоге пришлось либеру. Нашему либеру да, вот он. Достать ожидал, этот мяч явно. Просто. И не
удалось Виктору Полетаеву просто даже хотя бы перебросить мяч. И матчбол. Десятикратный матчбол у гостей сегодняшней встречи. Себастьян отдает. Да, чуть было этим не завершили. Да, видимо, что да. Гости тоже в разобранном немножко состоянии. Не, они в расслабленном. Они уже... Уже они в самолете по дороге домой. Слишком долго не были дома белгородцы. Михаил Щербаков на подаче. Михаил Щербаков постарается их подольше задержать. Кемерово не удается. И завершается сегодняшняя встреча, в которой белгородская Белогорье одерживает первую победу в чемпионате, а кемеровский Кузбасс потерпел первое поражение на своей площадке. 1-3. И нам хотелось бы напомнить, что официальный партнер трансляции на телеканале «Мой город» является компания «Автотрейд». Продажа и установка лобовых, боковых и задних автостекол с гарантией до 5 лет. Партнер трансляции – компания «Кузбасс Белавто». Официальный дилер по реализации техники «БелАЗ», «МАЗ» и «Амкадор». Команды благодарят друг другу за игру. Обидное, конечно, поражение. Могли. Все шансы были у Кузбасса выиграть эту встречу. И еще в копилочку очков добавить. Да, хотя бы один балл. Не удалось это сегодня совершить кемеровчанам. Великолепная игра в любом случае сегодня была в спорткомплексе «Арена», который, напомню, кемеровский Кузбасс потерпел свое первое поражение в Суперлиге. Сезонов 2016-2017 годов чемпионата России по волейболу. Благодарят сейчас зрителей, да. Фанатов, всех игроки. Очень Сергея Тетюхина здесь решили наградить. Видимо, болельщики. Бочонком с медом, наверное. Сейчас мы... Да, конечно, как не поблагодарить. И слова благодарности. Знаменосца Олимпиады Рио 2016. Великолепный мастер, блестящий игрок. Жалко, что не увидели его сегодня в игре. К сожалению, даже в четвертой партии не вышел на площадку Сергей Тетюхин. А у нас сейчас будет интервью. Передаем слово нашему корреспонденту Татьяне Савельевой. Старший тренер белгородского Белогорья Александр Козырев. Александр, с победой, как оцените сегодняшнюю игру? Ну, игра получилась очень интересная, напряженная, особенно в первых два сета. И шли на большой мяч, закончили эти партии, поэтому для обеих команд, я думаю, получились очень полезными в плане наигранности. Поэтому я считаю, что и для нас, и для команды соперника игра удалась. Как оцените игру кемеровского Кузбасса сегодня? Очень хорошая команда, цепкая в защите, разнообразная, с ними очень приятно играть. Всегда есть напряжение, вот, игровое напряжение, имею в виду. Поэтому для нас очень интересно и всегда продуктивно играть против команды. Спасибо, передаю слово нашим комментаторам. Спасибо, Татьяна. Хотелось бы напомнить, что следующую домашнюю встречу кемеровский Кузбасс проведет на своей площадке 16 октября. Это будет воскресенье, начало матча в 17:50. В гости кемеровчанам пожалует новоуренгойский «Факел». Прямая трансляция, напомню, на телеканале «Мой город» 16 октября в 17:50. А сегодня для вас работала бригада операторов телеканала «Мой город». Отдельное спасибо режиссеру трансляции Виталию Кускову. И также хотелось бы поблагодарить за комментарий сегодняшней встречи тренера молодежной команды «Кузбасс» Дмитрия Моисеева. И Олега Марченко. До встречи на волейболе. Всего доброго, до свидания.